О, вот сейчас, кстати, проверим фарм первосортного мяса бензопилой. Привет, народ. Леха, Данила. Привет. Это был скромный императорский привет. Он какой-то сонный сегодня, но сейчас проснется. А когда он проснется, он увидит, что он без крови. Вот я поэтому и сонный, видимо. Такс, 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 такс. Я сейчас занимался фотошопом. А первосортку фармит не очень, к сожалению. Он фармит обычное мясо и кожу, и полимер вот этот вот очень сурово. Все остальное мало. Ну, в принципе, в тех цифрах, которые Евген вчера озвучивал. Так что бензопила нам нужна. Единственное, я что Бензопила, не помню, есть ли у нас какой-нибудь чертеж топовой бензопилы, чтобы ее сделать. бензопила. Не, вроде нет. Таскаю шкафы, пока не обнаружил. Топовая бензопила — это то, что доктор прописал. Ай, полимер. Ага, вот еще чувак с полимером. Мегатырит, он будет, наверное, квадриллионного уровня. Что там делаете вообще? Мы с Евгеном исполняем план. Какой? Сейчас, короче, мы нафармим мясо и ягод наркоты. Засядем, будем мапаться. А, Евген, построй туалет обязательно, потому что это Да. тоже бонус к экспе очень солидный. Мы будем пользоваться. Потом мы идем приучать аргентависов. После аргентависов мы приучаем парацера и готовимся к приручению каменного голема, который нам потребуется для босса. Ну и в принципе он полезен. Вот, если успеем, сходим в последнюю пещеру. Окей. Сегодня женщины вроде не будет, да? А, ну тогда сегодня в пещеру не Так идем, что да. можно в пещеру, можно чисто так. Рофлить все, можно в Да, пещеру, можно да, да. нас Будем рофлить, приручать. приручать что-нибудь. Угу, все правильно, все правильно. Так что, Валер, мы сегодня идем на охоту забирать парацеров аргентависов. Окей. Парасим. Я тебе скрафчу бензопилу. Мы будем всех бензопилить. Бензопилить Да, бензопилой. будем всех бензопилить бензопилой. Это гениально. Это сверхгениально. Я не спорю ни разу. Так. А я почти все включил. Блин, теперь так много всякой херни надо запускать. А мне еще фактория включена. Я, короче, посчитал. Через сколько времени я докопаю свое самое начальное месторождение этого самого урана в фактории. Ну и как? Я его уже копаю 250 часов, и мне осталось еще 200 минимум. Ну, это, наверное, круто. Это песос, наверное. Какой черт? Я такие настройки ставил. Я больше никогда так не буду играть. Так, еще надо тестить чат. Так, все, чат работает. Чат работает, эти штуки работают. Опять из меня всю кровь выкачали. Кровь императора. Ты можешь ее выпить, вообще-то говоря, исцелиться, но лучше так не А делай. почему она во мне всегда лежит? Нахера она мне, если ты ее из меня сам качаешь? Ну, не то чтобы мне лень было убирать, мне не лень, просто я оставляю тебе в инвентарь, чтобы ты знал, что это твоя кровь. Да мне это Чтобы ты знал, что произошло. не особо полезно. Выкинуть всякую гадость. Так, а где у нас? Что у нас? Вы мне расскажите, что произошло-то.
Бесточно, вот я смотрю. Хату обнесли. Хату обнесли. Евген построил прекрасную базу, мне очень, очень понравилось. Просто чудесную. Вот это вот. О, Евген, я кое-что обнаружил. Это лайфхак, просто лайфхак 10 из 10. Надо фармить грифов. Из них же тухляк добывается. Трехэтажная хата. Сейчас я гриф нафармлю и тухляка тоже принесу с собой. Это что? Можно сказать, чтобы они тебя не нафармили. Грифы? Но мегатерии? А, пускай попытаются, удачи им. Но они просто такие. Ну нет, нет. Вредные товарищи. Гриф мне ничего не сделает абсолютно. Да хорош фырчать-то. Да, Валер, кстати говоря, если ты пользуешься тушканчиком, то я вспомнил, что на тушканчик вообще-то надеваются шлемы. И ты можешь надеть на него бронированный шлем и подобрать ему какой-то скинчик крутой. Я пока увлекся барабанами. А, вот это правильно. Туш-туш-туш-туш. Барабан только жалко не на улице у нас. Знаете, как в Японии на фестивале... Ну да, Евген, сделай, потому что вот в Японии на фестивалях там на улице барабан стоит, там на особенной стойке там чувак сидит в барабане. Там. У нас так выделил температур. Ну, ладно. А у него только два барабана, то почему здесь шесть, а я только по двум барабаню? Ну, потому что разработчики, реализм, я не знаю. Разработчики реализм, сделали бы там на каждую там кнопку... На клавиатуре, например, барабан. Я бы там выдавал что-нибудь. Вообще было бы очень круто. Так. Лёх сразу заказывает песни. Какие? Кстати, песни Лёха, зацени. Лёха, зацени. Теперь эти самые новые. Значок. Юаник. Я прям нашел специальный значок юаня. Кожаный трактор у нас в Лёхе. Спасибо, Лёха. Кожаный трактор — это такая-то песня такая? Да, это гениальная. Ну, это тут название прям сразу гениальное. Да, что Слава Лёхе с такие заказы? Данжон мастер едет к нам. Что за Dungeon Master кожа? Кожа, так. Так надо. Ой. Все, и мы поедем на Лехе. Dungeon Master едет к вам. Там где-то Голем был, а я просто встал. Он не здесь, ну скажешь мне. Эва Ванич. Короче, Евген, это не совсем лайфхак, с грифов мяса группается куплено очень мало. Да. Почему? Может, и скорпов группается? Не спутай. Оооо! Да ну ёлки-палки. Я только вышел из Сэндшторм. Так, все, Леха, пошли домой. Попробуй отгадай, кто же в песенку поет. На базу возвращаемся, мешкадрон. Вот, в принципе, вот этой вот картинкой юаник я и занимался последние минут 15. А, так ты сделаю за 15 минут, ну ты соска. Надо было сниматься час. Так-то мало денег попасть. Либо ты очень профессионально. Я же ее не сам нарисовал. Я ее нашел, потом скачал фотошоп туда-сюда, там, чтобы она прозрачной была. Нашел как гайд, как сделать, чтобы была прозрачная. Потом ее нужно, блин, в трех разных измерениях. Twitch такой офигенный, что сам не может картинку форматировать.
Все надо делать самому. Твич очень удивительные люди. Если даже Твич не знает, как сделать там картинку из одного размера в другой, то писос. Да, женщины не будет. Сейчас так сразу зрителей ноль так. Да, кстати, можно эту самую сразу убрать. Да, все, парни, расходитесь, женщин не будет сегодня. Да. Что еще на стриме смотреть, кроме женщин? Зачехляемся. Зачехляемся, да. Мы, конечно, просто так вот постримим, но не знаем ради чего, но все это зрителей не будет. Так. Управление. Зато руки у всех целы будут. Да, у всех зрителей будут целые руки. Ну да. Это же нормальная тема. Это же тоже круто. Так, все, это мы пока отключаем. Так, это как-то сохраняется. В общем, Евген, у меня напало 6 грифов, и все они похавали говна. А ну, удочки, что этой карте вообще не нужны, мягко говоря, да? Может и нужны, кстати говоря. Попробуем. Нет, если да. Что они делают из Англергеля, которого, судя по всему, на этой карте нет. Ну, тогда нет. Кто же, что-то не подсказывает, что они не очень. Поет. Угу, все. СМР заказ я выключил. Да, потому что на черте он нужен. Нет женщины, нет СМР. Эх, если бы не Сандшторм. Но полимера я везу немало. Да, я прям вовремя пришел. Грифы, Евген, они жесткие на самом деле очень, потому что, во-первых, они сдирают броню очень сильно, и они через нее сильно дамажат. Поэтому если стагриф налетает, это страшнее даже, чем оники, чем летучие мыши. Но вот единственное но, если ты не на маунте. Если ты на маунте, тогда грифы немножко поедят говна. Ну, как, например, сейчас. Так, я ни черта не вижу, я куда-то иду, а вот там обелиск. Пойдем туда. Да, сейчас говно едим мы, точнее песок. Да, мы едим песок. А мы очень хорошая диета. Если бы здесь был Дарт Вейдер, он бы сказал, что песок очень грубый, жесткий, проникает всюду. И в принципе он прав, потому что нам песок задувает прямо в инвентарь. Возможно, стоит закрыть двери. И все будет хорошо. Да, вы так нормально хату обнесли. Да. Знаешь, Евген, кстати, еще почему, мне кажется, бензопила фармит очень хорошо? Потому что у меня около 300% физического дамага, который влияет на добычу. Но ты наркоман. Так это работает. У меня около 300 физического дамага и меньше... Сколько у тебя остальных статов? Ты что, сам силу фиганул? Ворон фиганул? Нет, не все. Я пользуюсь стандартным билдом, которым я играю в соло. Это, скажем так, это универсальный билд. Он пригождается почти на любой карте. Там все статы раскидываются по... Все в дамаг. Нет. Подходишь с кулачиной, гигу такой, на, панчем. Нет, без шуток эта штука на самом деле помогает, потому что высокий физический дамаг, он, ну, для сравнения... Выстрел из дробаша плотную, он снимает меньше, чем я рукой просто делаю. А рукой я не трачу патроны и намного быстрее. Вжух машу. Поэтому я два косаря могу внести за 2 секунды практически. На ДПС такой. По этой причине всякие волки, которые нас сейчас атаковали, плотную, я убирал дробаш и просто их резал. Они отлетали за те же 2 секунды. Поэтому вещь это очень полезная, если есть хорошая броня. И да, для фарма тоже полезная штука. Ой, Сэндшторм. А еще у меня тушкан в металлическом шлеме. Тушкан. Как что тебе под шлем залез тушкан. Ну, может, это так и есть.
Да долго это еще херня дуть-то будет? Да, боже. Как... Это самое бесячее погодное явление на этой карте — это Sandstorm. Потому что все остальное, оно хотя бы... Ну, ты двигаться можешь нормально. Там в эту жару электрическую будет насрать вообще. Ты можешь бегать. В этом говне ты не можешь бегать. Все, что ты можешь делать, это вот ждать и куда-то плестись медленно. Животные медленно ходят. Это, кстати, еще одна причина, почему я люблю кенгуру. Потому что, в отличие от остальных животных, у нее прыжки никуда не исчезают. Во время Sandstorm ты все еще можешь быстро передвигаться. Так что кенгури, он довольно топовый здесь. О, все. Все. Прекрасно. Так, а сколько там нужно? Дубликата, так, раз, два, три, четыре. Какой у нас сегодня план-то? Ну, почти 4. По итогу. Подготовиться просто. Да. Но ну, надо аргентов всем нафармить, чтобы все-таки не у всех. Да, мы с тобой очень страдали. Да, основной план, как я правильно сказал, мы идем на аргентов. Это основная наша миссия. И желательно еще пораться, чтобы мы потом уверовать. Иди фарми металл. Порофлиться, металл опять, а не мясо? Металл, мясо я фармлю. Нам уже. Все, нам мясо есть, у нас нужно будут ягоды, ну и все остальное. Металл, мясо я просто в бешеных прыгать. Количествах фармлю. Ну металл давайте будет. Вместе фармить. Тут смысла нет на этом, да. Который полтонны поднимает, я тоже полтонны поднимаю. Туда-сюда бегать на этом динозавре вообще не круто. Не, ну он 700 уже поднимает. Да какая разница? Ну, я идею Валеры понял. Там нужен кто-то на аргенте. Сейчас, наверное, с тобой слетаю. Сейчас. Ну да, потому да, что это... Да, на базе. Да, беспонтовая херня. Угу. Надо сейчас металл там только аргент разгрузить, наверное, то он... Короче, план такой. Будет. Сейчас мы с Валерой фарманем металл, а потом мы его закидаем в печке. И пока ждем, я отправлюсь фармить полимер, а Валера отправится фармить мясо. А где только аргент? Не спутайте этот... А, вот он. Не спутайте этих янгов, я второго еще просто приручил, он поменьше. Угу. Нам надо побольше, который сейчас. Так. Так, этих фармим. О, Пегамастакс, где моя снайперская винтовка? А что такого тяжелого? Тут же вроде одна броня. Да, бензопилата уже показывает дно. Дно! Но... Блин, здесь что-то навалено. У нас есть сундук, в котором не навалено. В котором нет говна, что ли, Миша? Эти сундуки не трогай, они разгребаются на стадии разгреба. Так у меня на стадии разгреба курица. Ну в этом, в доме разгружай курицу. Так а в доме где? Я там только два ящика видел. Или тут еще где-то есть? Вот ящики. А эти для чего? Ну, слева под шмотки, справа под ресурсы. Так, ну пока мы на бонусе, форманем. Да, вот там в левой воде оружие, это шмонож. Окай. О, потенциальное мясо. Тоже. Так, все, сейчас я этих вот порвану двоих мальчиков, и я прихожу и летим за металлом. Потом как-то фармим мясо и полимера, летим на аргентов уже с тобой, на серьезную охоту. Инвентарь только у меня тормозит, да? Да. Да, видимо. Но это из-за 8 мониторов.
Я, значит, смотрел САУ. Значит. Вот алисизация мне прям очень понравилась, анимешка. Там все круто. Ее можно смотреть. А все остальное надо читать. Возможно, это твоя любимая часть Раноба, поэтому твоя желаемость действительная, и она снята так же говенно, как все остальное. На самом деле, но в твоих розовых очках это как бы видится очень крутым. Я предполагаю. Да, тебе лишь бы обосрать, я понял. Нет. Поэтому я это не тебе говорил. В общем, я разгрузил птицу. Ну, тогда я возвращаюсь на базу. И мы с тобой полетим фармить. Будьте здоровы, кто бы там не чихал. Куда ты? Вот, мы супер медленно идем. Супер медленно идем. Yes. Когда они одобрят смайл? Что за их... Прям горит ты, у меня. Ты еще на этом, на проверке. Там а сколько можно проверять-то? ФСБшник подтвердят, когда все будет хорошо. Там подтверждать нечего, блин, там три смайла. Больше-то нельзя. Так, пожалуйста, это мы привезли. Так, полимер. Сгружаем. Так, соль здесь не нужна. Это глупо. Сера здесь тоже не нужна. Нам нечего крафтить из нее в этом верстаке. Так, лук. Да, ребят, я вас поздравляю. Я могу сделать лук. Целых две стрелы. И я вам больше скажу, я их сделаю. Просто для того... чтобы проверить, как проходит дамаг по этой каменной мгне. Еще один гача. Yeah.
со Гвалерцем своей вселенной. Ему норм, все, что не обращайте, А мне норм. Там вселенная Валера. Я пока тебя жду, надо с чем-то развлекаться. Да это правильно, правильно. Просто... Можешь наманить вон килозаврии, пока просто вопрос поломать. Тут ломать особо нечего. Миллион, миллион, миллион. Да, хотя бы. Боже, сколько ж я нафармил всего. Даже у нас столько мест нет. Так, надо искать ящик с кожей. Ну, удача определить, какой ящик я достаю кожу. А в правой стене где-то среди них. Можешь на пол кинешь? Ну, мне там очень много на пол. Я очень много. Нет, где-то да, уже здесь. Я нашел его. А, это все или еще? Нет, это, пока это все. Просто без дисплея не хотел бы больше. Это бы я больше принесу. Просто не очень кожистое еще создание попадается. А надо сейчас это пойти закинуть, чтобы там нет. Вот, мясо? Мясо, да. А, сейчас еще бензин буду починить. А, у нас, я не попробую, но слетал. Так, теперь мясо переносить. Настолько много, что я даже не могу перенести его. Семен. Тём с мясом. Пирамид что? Ну да, там и пирамясо. Я, может быть, и больше пирамид. И на спилане откинулось. Ну, твою эту сушилку кидай. Я сейчас заберу сушилку. Сушилку? На базе бегать спить. Ну ладно, просто всё надо сплетить. Неплохо. Нам один хер нужно, чтобы это мясо гнило, поэтому в сушилку зачем оно, я не очень понимаю. Но я имею в виду, мне, чтобы я искал, знал где. Но просто в сушилку она не влезет. Я, конечно, сколько ты его нафармил? Там до хера. У тебя в сушилке 39-48, 10 слот только осталось. Там, кстати, там две сушилки. Да, во второй у тебя гниль стоит. Поэтому я положу его... Другой какой-то ящик. Сейчас, господи, я просто медленно хожу очень. Быстрее принимать решение. Ну, вот стоят светло-коричневые ящики. Вот еще в один из них оттуда запихаю мясо. Вот, да, пустой светло-коричневый ящик. Вот я туда пихаю. Вообще мясо на самом деле в левые три надо. Ну ладно. Я уже нажал букву. Я потом логику объясню. Ладно. Коричневый это под цвет флинта, и следовательно из флинта делается серый, из серый делается порох, это будет оружейный ящик. Перекрась вообще все ящики, которые возможны. Ну вот я сейчас три левых в зеленый фигану. Не, у меня какая-то... Так, сейчас перезайду на серый, у меня какая-то шляпа. Угу, давай. Сейчас вообще надо же комп перезагрузить. Какого это шляпа? Конечно же. Какого третий год шляпа? Комп не перезагружал. Да это что у Евгена новый комп. Ему проще новый купить, чем перезагрузить старый. Да, да. Видимо, да, так это и работает. Старый-то он частично тебе завещал. Единственное, что плохо в таком расположении ящиков, ни хера непонятно где чё. Вот это. Да. Джексон, а ты сегодня тут? А зачем ему тут находиться, если? Так вот я поэтому и спрашиваю, он тут или не тут. Гнобить-то некого. Да. Просто 6 человек, среди них, наверное, должен быть Джексон. Так, Евген вернулся к нам.
Нет, Джексона, видимо, нет. Ну, значит, он все правильно сделал. Так, всю броню я забрал. А, еще оставшееся мясо, походу, не опустил. Вот 5 слотов хватает. Нормально. Так. Может, сколько тут... Так, это сюда, это сюда, это сюда. Это идет в кенгуря. Это идет на выброс. Ягоды на выброс. Надо одеться. Это в кенгурисимуса, это тоже. И это зачем нужен масхопс? Масхопс, ну он няшный. Яйца. Угу. Яйца. Это единственный динозавр с яйцами нормального размера. Много ли у нас яиц масхопса? Ну, они там, они как плодятся не очень активно. Ну, потому что у нас масхопсов 3,5 инвалида, и они, хер знает, не стоят в отдельности. А масхопсов надо примерно 42. Не, нам много не надо, потому что у нас все равно... Ну да, да, ну хотя бы 150, чтобы обеспечить нас постоянным притоком яиц. Я думал, у нас кассы есть. Так. Я придумал название для динозавра. Ну, какое? Валерзавр? Нет. Вот, например, вот этого. Это гениальное название будет. Ребят, забудьте, что я сказал. Походу, во. Они убрали дамаг от металлических стрел у големов. Чё? Ну, тебе вчера об этом вроде говорили, да, что да, да. Вот так не работает. Да, убрали. Может быть, кстати говоря, это работает не на каменных големов, а на големов из пещер. Вот, может быть, на них это работает. Надо потом проверить. Ладно, лук я скрафтил. Пока в кенгурисимуса уберу. Ты прям тут все красиво разложил. Прям вообще и вообще. И ты... This is the power of Евген. Да. Как говорится, в Соединенных, как и ожидалось от Евгена. Но, как в Соединенных тех же говорится, это еще не истинная сила Евгена. Истинной силы мы еще не видели. Так, опа, рась. Парась отстойный. Так, парася откинулся.
Нормальный кликер работает с барабанами. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух, и даже я отсюда слышу. Ай, у тебя дабл-клики на мышке? Не, у меня просто клики. Без дабл. Пока я держу, он кликает. Это этот. Кардан. Да, как барабаня. Все, можно блэкуху уже писать. Так, не хватает металла. Металл у нас есть вот здесь. Сейчас, кстати, бензопилу починим. Металл, я тебя жду до сих пор. Да-да-да, сейчас идем. Так, ну, собственно, все, я готов. Готов? Сейчас, только надо, наверное, не может взять флягу быть с собой. О, у меня кенгурь вырос до 2 тонн веса. Потрясающе. Да у него в этом яйца, что ли, лежат? Или это так, чисто для красоты? Ну, для красоты, ну, да, там яйца. Это кенгуру, он с яйцами. Все понятно. Так, ну что, реагент. А вот тут все. Это наш зевающий главный стример. Так, аргенты Евгена сгрузил. Опа! Вот это вот номер. Ну, так часто выходит. Там надо пристроиться. Окей. Странно вообще, что он берет тупо одной лапкой. Было бы логично это делать двумя лапками. Он качает просто лапу. Вот этот вот динозавр тут стоит уже, я не знаю, дня 4 я его вижу. Да? Угу. Ну давай исправим это досадное недоразумение. Там, я... кстати, это я сегодня лечу такой, летал пока на Аргенте, там искал этого анкилу второго. Лечу, и передо мной такой титан сверху. Бум! Нет. Красиво. Немножко не обгадился. А что там наш титан по центру ходит, если я не спавнился. Я досмотрел Мизери. И вообще. Я посмотрел Мизери, как она ему там ноги ломала и все прочее. Подумал, какой же Стивен Кинг вообще конченый. Потом залез на Вики и прочитал, что по сравнению с книгой фильм это цветочки. И что в реале она ему там не ноги сломала, а их отрезала. Это прям... Вот так вот это примерно выглядело. Стивен Кинг с Шекс. Да что такое? Да, Кинг. Так. Я не знаю, такой просто мутант. Да господи, да почему он хватает его, а не этого? Абсолютно непонятно, почему он его, а не этого. У Аньки так тоже часто получается. Так что... Ну, понятно, да, это. А она ведь фармит и день, и ночь уже 46 тысяч лет. И она все равно промахивается. Себя не может превозмочь, да. И сейчас опять с кем-нибудь фармит, с какими-нибудь этими. Ну да, она активно изменяет императору. Да.
Конечно. А, дай мне пилу, кстати, по это заценить. Как она хоть выглядит-то? Возьми в Аргентависе пилу и два бака с бензином. Не, мне вообще нисколько не надо, мне так поглядеть только. Прикольно. Че только не придумают. Ясно. Так. Так, так он его, значит, не берет. Угу, понял. Ага, вот так он берет. Тоже не берет. Так, хорошо. Ну, там, по-моему, за голову надо хватать, вроде бы. Понял. Давай проверим. Ну, то есть я не уверен, но, по-моему, за голову он лучше это делает. Или за голову, или за хвост. Он подцепляет его, да. Ну, я, кстати, может быть, тупо где-нибудь застрял, например. Вот, давай вот так вот. Да, ты где-то застрял. Он меня перекидывает. Я, видишь, отошел, а он меня куда-то назад возвратил. Угу. Я прям вижу, что ты отходишь. То есть, Фиксер, да что такое? Да, я, видать. А, здесь камень непрорисованный. Я махнул хвостом и что-то сломал. Поэтому мы, когда тебя брали, ты сдевал об камень и оставался. Это круто. Давай опять попробуем. Тут ничего нет, ничего нет. Ха! Что он тебя опять отреспавнивает? Может, у тебя какое-то место сурка? Не знаю, давай другой камень. Че за глюк? Дай по шее, этой твари. Так я пытаюсь. Второй террор мост. Идите ко мне, все ко мне. Я их ушатаю. Я одну поднял, сейчас шатаю ей. Я одного ушатал. Ушатываю второго. Там 180-го левела у нас напало. И труп такой прилетает. Вот такую бы приручить. Сейчас у нас какой-то легендарный седон, надеюсь, есть. Да, кстати, у нас есть легендарный. Ну, уже не приручили, мы не... Вообще такое, если найдете, то может... Салям, вот для этого нужно куча рейтинга, вылететь, напормить этого. Знаете, сколько упало с легендарной птицы 180 уровня мяса и кожи? 28 мяса и 5 кожи. Ну, так она ж легендарная, она знает, как так делать, чтобы ни себе, ни другим. Профессионализм. Наконец-то. Профессионализм. Вообще есть вариант, ну, не скидывать меня, а держать просто у камня. Тогда не надо будет подцеплять. Давай. Так-то я тоже попадаю. Во. Полетели дальше. Так, там какие-то звуки страшные происходят. Евген шевелится. А, ну он просто шевелит весь дом. Пониже, он не то бьет. А еще он бьет кому-то по морде. Откинулся там, походу. Летающий аргент... Летающий этот. О, Ешка зацепила. Парась 90 уровня. Маленький. Так, поехали дальше. Так, я тебя выронил, да? Да, там, может, у тебя стамина кончилась? Или типа нет, того? Нет, стамина полно еще. Он иногда, в общем, бывает это, выкидывает, ну, сам.
Он выкидывает, когда бьешься о препятствия какие-то. Прям очень резко. Но Аргентайс там усиленно показывает яйца от этому камню. Значит, все хорошо. Не получилось. Ну, тебе надо будет отойти оттуда. А я не могу отойти, я все уже. Так, я уже подходил свое. Надо типа камни еще выкинуть, может, да, легче станет. Сейчас я пытаюсь тебя просто подхватить. И да, у меня получилось. Окей. Так, давай хоть попробуем еще, пока мы не сегодня веселее. Я выкинул камни. Валера срет камнями в полете. Вот, давай. Да, не получилось. А, получилось, все хорошо. Угу. Та-та-та. Мы летим фармить металл. Да, металл вот там вот вперед и правее. Типа там его много. Еще правее. Просто тут камешек, он хороший. Я прям много должны выбиться. Тут есть камешек с големом. Голем по щам получит от нас с тобой. Угу. Мы летающий анкилозавр с металлом. Кто вообще нас может победить? Металл. Нас может победить только, когда если астанин закончится. Тогда да. Вот обычно тогда... это и побеждает. Тогда нас победят. Так, а, типа, если, например, качать ему не вес, а урон. Так, если ты будешь качать урон, он будет больше фармить металла. Вот я про это и говорю. Нам, в принципе-то и надо. Так, секундочку. Но смысл в чем? Типа, если у меня будет много урона, то я камень, например, буду ломать не за 3 удара, а за 2. Или я его по-прежнему буду ломать за 3 удара... И будет еще больше падать. Ты будешь и ломать его быстрее, и будешь больше получать металла за удар. То есть вот в итоге металл аутпут у нас будет больше, а камень ломается быстрее. То есть урон это в любом случае хорошо. Так, так, тебе надо Тар, поместить к печкам. Привет. Так, это вот, наш сервер, мы тут играем втроем. На самом момент. Деле вчетвером, если бы вы видели... попали на четвертого, вы бы вообще никак с этого стрима не ушли бы, потому что никто не уходит. Но сегодня втроем играем, да. Да. Так, а тут все завалено, кстати. В этих печках. И в них нет дерева. Ох ты, тут металл-то до задницы. Ой, нас сейчас будем перетаскивать тогда. Здесь угля до задницы и металл до задницы. О, у нас, оказывается, было дохера металла. Мы-то не знали об этом. Но теперь мы узнали об этом. О, великое знание. Ну, вы поняли, сейчас перейдем. И куда только все это перетаскивать? Все перетаскивать верстаки в новом доме. Верстаки? Нет, уголь-то не верстаки. Уголь в ступке. Уголь в ступке. Уголь в ступке, металл верстаки, дитя мороженое, бабе цветы. А что у нас баба перекрасилась? Кто? Евген. Евген? Ну, возможно, потому что он Евген, это объяснение тебя устроит? Нет. Он бегает голый, ему нужно как-то украшать тело, понимаешь? Женщины украшают тело, чтобы оно выглядело более привлекательно. Это нормально. Не осуждай, короче. Ну, сегодня мы ждем четвертую. И поэтому сегодня мы никуда не идем, просто фармим. Которая изменяет нам с другим сервером. Да, четвертая. Да, да, но у нас на стриме есть Тиан, вот настолько у нас все круто, у нас есть личный Тиан. Получается не личная, а общая, все уже по рукам пошла. Ну, общего пользования, да. Да, но нет, как бы она как бы с рук-то к нам и пришла. Личная Тиан общего пользования.
Так что сегодня у нас никакого движения нет. Просто фарм. И переезжание из одной хаты в другую. Это вот роскошная хата с авторством Евгена, который ее построил. Великолепная. Великолепный домик. Тюри-тюри-тюри-тюри. Так, ну вот, металл мы перенесли, бензин плавится. Хорошо. Сейчас металл зафигачим, пойдем фармить. Ты мясо, я полимер. После чего мы с тобой идем на аргентависов. Не, нам мясо харе, нам ягоды нужны. Ягоды? Там мясо ягоды. В смысле для кормушек у нас. А, голодают, это пацаны. Тоже, да. Ну, я возьму свою бензопилу, и там уж что получится. Там что нафармлю, нафармлю. Почему мы не выбрали Рагнарёк? Потому что мы раз в год проходим на Новый год одну карту. И... Типа да. Да, сейчас мы проходим вот эту. Даешь сюжетку арку в 4 года. Даже не в пятилетку, а в 4 года. Мы... 4 года, да. Мы, в принципе, в арк играем не часто, серьезно, буквально раз в год. Буквально ну, может, раз я в два год. Раза в год, когда обнова выходит, но это, сами знаете, бред бывает. Так что вот так вот пройдем ее, все, год отдыхаем от арк, играем в другие игры. Так, что мы взять с собой? Бензопила. Лук. Тут. Дробовик. Что надо починить? Так, наверное, возьмем снайперскую винтовку. И да, у меня есть снайперская винтовка, тоже не осуждайте меня. Все так делают. Так. Все так делают, а ты выскочка. Да. Так, лук взяли, но может еще возьмем арбалет, вот. Топовый, да, чтобы приучить. Ну ладно, еще дротик возьмем. Мало ли кого он мне запрещится завалить. Все, взяли. Бургер тоже берем. Сколько много всего я беру на фарм с собой, остановите меня кто-нибудь. Это бестолковое занятие, абсолютно, абсолютно правильно. Так, все, значит, фармить абсолютно ягоды. Верно. Дерево надо. Я пойду за деревом сначала. Да, давай. Я пойду за ягодами и полимером. Уголь в оранжевые шкафы пихай. Так, а я эти сначала хотел забить. Как их зовут? Ступки. Так. А где наш зеленый друг? Вот он. А тут есть доски-то чуть-чуть. Где же наш зеленый друг? Вот и вот он друг. Где же наш зеленый друг? Ой, галимимо, яйцо подобрали мы. Я только сейчас понял, что я не взял болы. Съездить, что ли? Съездить, что ли? Как можно бейсбол играть? Блин, я забыл, что у меня другие патроны в винтовке. Чуть не уработала эту птичку. Вот эту птичку я хочу приручить для Валеры. Это большой рофл. На самом деле. Ее так и зовут. Птичка большой рофл. Она весьма рофильная. Так.
Я только что спас Глимима, я этого не хотел. На Химстол у нас еще левела нет. А плавилка вон стоит. Ну, в смысле, плавилка для еды пока стоит. Мы плавим еду. И мы производим слитки еды. Я не знаю, как что это сказать, но мы производим слитки еды. Так. А плавилка, кстати, на каком? Ну там на каком-то из последних уровней. Так. Восемьдесят. Пишет нам Евген. А почему нам пишет Евген, а не говорит? Потому что микрофон у Евгена выключен. А почему? Ну, это так бывает. Мы, понимаешь... Ща дохаваю я. Так, а ты хавай на стриме, чё, жалко, что ли? Да, прям чавкай. Валера, он тоже захочет поесть. А чё ты ешь? Не, Рекс-то у нас есть. А вот червей только мы еще не видели. Я, по крайней мере, не видел. О, на червя мы с вами пойдем на охоту. Может быть, Валер, мы с тобой сегодня пойдем на червя на охоту? Да. Чисто показать тебе. Надо сейчас только запалить его. Да, и все, покажу тебе, как он выглядит. Так, у нас на базе есть птица. Она называется парашют императора. Все, кто является императором, когда приедут на базу, могут взять эту птицу на плечо и прыгнуть с какой-нибудь скалы. Mm-hmm. И наслаждаться. Так. Так что ты ел? Салат. Салат? Салат как или салат? Или салат не ест? Или салат. Салат как салат? Салат. Салат, который салат. Которые не листья, а который салат. Ну, в этом салате тоже есть салат. Комбо! Салат из салата. А что там еще есть в этом салате, помимо салата? Там есть помидорки. Так. Что там еще есть? Сыр, креветки. Ну, это неплохой салат, я тебе могу это сказать. Почти цезарь, это не цезарь. Только без гренок. Нет, и без пармезана. Гренки отдельно лежат, но я просто без соуса причем еще. Да что ж ты никак не сдохнешь-то? Может, он 180 уровня, ему нам его приручать надо было? Да пошел он нахер. Вообще нам такой здоровый нужен. Мне мясо нужно. Ну ты нашел на или это там их мясо? Опять Евген, забань нафиг. То я пытаюсь это его убить, а он бегает. Он был 90 всего лишь. Во, 102 нам мяса. Шерсть на этой сраной карте нужна? Шерсть? Ну, она нужна для репеллентов. Для рецептов репеллентов. Для рецептов нужна. Еще, в принципе, такая интересная вещь. Ну, кровать? Так, просто. Да, а именно банк Б, вот эту кровать второго тира. Что за кровать второго тира? Она бесполезная. Да не, у нас, если чисто мы стакаем друг на друга эти. Ну, типа да. Вот чисто для красоты, если поставить. Ну, да, чтобы штыками лежать на ней. Вот чисто, чтобы спать на такой кровати, да. Чисто, чтобы уходить, когда мы с сервака уходим. Там у нас как в армии, так, 4 эти кровати. 2 на 2, и вот мы спим, нормально. Там одна полочка, там розовая кровать для тянок. Вот, а вторая для мужиков. Ну, по крайней мере, две штуки скрафтить для красоты просто. Не, ну сейчас ресурсы на них тратить нет. Ну, сейчас да, не надо. Потом. Так, что нам написали? 8-15 часто спавнится черви. 8-15 это координаты, в смысле? Да, это координаты.
А чё там на 8.15? Стыня, видимо. Нет, вообще, это полезная рекомендация. Спасибо, народ. Это далеко. Ну, это мы потом съездим с Валерой отдельно, посмотрим червяка. Это там, где мы Сашу приручали? Нет, там нет. Вверху. Ну да, Саша вверху внизу. Мы, по-моему, ее Сашу. Не, ну внизу. Да. Вроде бы, или вверху. Не, внизу. Ну там был край карты, вот только где внизу, это было? Внизу было. А до Саши-то еще тоже никто не докачался? Ну вот, мы сейчас в это, ягоды соберем, закинем. У нас наркоты просто кучу на фарму. Да, и все, это, и все будет. Наркоты никогда нет, нигде не найти. И заодно вывапнем, и все. В принципе, наша душа подойдет. А кто у нас сейчас фармит ягоды? Ну я сейчас пойду фармить ягоды, которые разберем. Я Евгену помогу фармить ягоды. Я пока уехал за мясом и полимером дополнительно. Там на крафт, если я приеду, тоже буду фармить ягоды. Надо сюда фигать, надо. У нас эти наркоты никогда нет, почему за эти? Так мы ее просто тоннами съедаем. Так-то она вот есть. Куда мы ее съедаем? Ну, блин, во всяких сумчатых львов ждем, пока у них там 2000 еды потратится. Просто мы там качались на офи, там каждые 2 минуты спавнится черви. Здесь, может быть, так тоже происходит, то есть они спавнится довольно часто. И, возможно, даже сейчас вов стрит. Хорошо, давайте попробуем найти червяка, сфоткаю Валерия его. Ну и на мегатыре. А что его фоткать? Просто туда ехать капец долго. Да нет, я не буду никуда ехать. У нас есть 2 тиранозавра, можно пойти вдвоем качаться. Не, надо качаться вторым. Надо как раз тогда открыть. Как вот, до 82-го апнуса скрафтить седло на этого. На Сашу. А, ну да. И вот. Саша, да, иди. И втроем нормально же махнуть. Да, идем втроем, Саша дает баф на нас. Я на мегатыре, Валер на динозавре. Все. Нас 30, нас 2 терекса, Валер. Или прям на мегатыре. Не-не-не, вот такая комбо хорошая, как я сказал. Типа один на мегатыре для урона по черю, потому что оно насекомое. И ну, тогда можно прямо сейчас пойти. 2 на терексе, 1 на мегатыре. Без Саши. Ну да. Нет-нет, лучше с Сашей. Только нам Лоева так-то нахер не нужен, как бы. И вообще надо что-нибудь, чтобы польза от этого приключения была. Польза от этого будет. От этого будет черный жемчуг на редкий крафт. Очень много обычных ресурсов, типа мяса и так далее. Это давай сейчас все-таки наркотой, да. Ну мы сейчас наркотой бафнемся еще. Только Евген... Обязательно толчок построй. Да, построю толчок. Я заколебался шкафы разгребать. Что у нас овер дохренает, казалось. А там еще этот стоит. Холодос. В хате. Пусть пока стоит, что точно не для него. Надо, ну, под еще не генератор. У стоит. Нас холодос-то новый есть. Может вообще подполз прям. Или не тоже не пашет? Холодос нету, шкафы есть. Нет, холодос еще не ставил. Ну там просто стоял. Вот в том холодосе, там вот именно мяса полно. Я мяса много принес, вообще-то, там нахера его. И вопрос только в том, что надо его испортить. Ты его в кормушке положи у нас. Все, я динозавры. Его уже испортил, я специалист на самом деле. Тогда портить, сейчас я убью эту штуку. Я порчу очень быстро мясо. Евген, строй толчок для дополнительной экспы. Да нам яйца не нужны. Нам надо забить кормушки. Нас голодают животные. Нас голодают зверушки. Забьем мы, ребята, кормушки. У нас этот... Дебильный тегпарозавр сдох, кстати. Да? Который нам нахрен не нужен, но это какая-то справка. Ну, он с голоду сдох. Ну, я ж говорю. У нас проблемы с этим. Честно говоря, это в некотором роде дебют и лично мой первый раз. Я никогда за все время игроварки никогда динозавр не дохли от голода. От всего, еще угодно дохли от голода никогда. Ну, у нас, я думаю, это 2 свиньи просто сидят и схавывают все, что движется.
Нет, свинья, она хавает сильно, только когда она голодная. Не, они уже... Голод. А, они уже наполнились, поэтому пофиг. Должно. Так, пацаны, вот вам еще отличная идея. Я тут нашел из нашей базы руины, в которых, скорее всего, лежит сундучок. Так вот, прежде чем мы запустим крафт и сходим на толкан, мы этот сундучок быстренько сбегаем, все его подберем, получим экспу, вернемся, сядем на толкан и потом запустим крафт. Сейчас я в этих руинах запалю сундук. Так, Лаван, это Валер, если только эти шкафы разберем, то читать опять. Не, я передумал. О, я убил автоплевру 180. А вот это. Убили хоть в оранжевый, пускай оранжевый, блядь, для пороховых дел. Там уже угля больше не осталось, я все перетаскал. Там я забил почти две полные эти, как его, дробилки. А потом ты мне сказал, что надо скидывать сундуки, и в сундуки там чуть-чуть. О, собрат. Здорово, собрат. Че, херел своих ты бить, собрат? Ты совсем что ли? Красненький. Я собрат твой. А может они враги были в дикой природе, откуда ты знаешь? Не знаю, но сейчас я ему сильнее наваливаю, чем он мне. Правда, он мне всегда наваливает, а я почему-то редко. И он мне сейчас, по-моему, наваляет. А нет, не наваляет. Так, палим сундук. Да, ребят, я нашел руин с сундучком с целым. Мы на нем экспу получим и быстренько вернемся. Хорошо, хорошо. Смотри, Анька сегодня даже не это. Да, она там, она сейчас с кем-то другим мужиком фармит. Даже не писал ничего. Да. Так, это странно. Или так и должно быть? Фармит с другими, все. У вас нормально все с сервером? Да. Пока да. Меня да. Или этот хрень, он мне не должен кактусы валить? Чё-то я кактусы валю, мне ничего с них не падает. Не, он не валит. Он не валит кактусы? Нет, он нет. Да. Ну ладно. Ага, у нас 200 килограмм шерсти. Ясно. Вот это самый классный значок в пустыне. Вы замерзаете. Это отлично просто. Угу. Не, ну ночью-то в пустыне, дай боже, тебе дадут просраться по поводу. Да. В этом логика кое-какая есть. Так, господа с полимером. О, жукан. О, ходячий полимер. Иди сюда.
А кожит, а мяс, а полимер-то я нафарм. О, боже, полимер просто килотонны. О май гад. О май гад, да. Отлично. А можно пару сейфов хренахнуть будет? Да, да, я думаю, что вот на этот полимер лучше всего будет потратить. А мы до них докачались? Да, у меня есть сейф. Да, еще можно, наверное, вступить. Я думаю, сейчас, когда вернусь, я думаю, давайте крафтанем его. Надо было с этого и начинать. Нет, Евген найдет куда сейф. Сейфов. Да у нас, я думал, что с металла нет, у нас, кажется, металл до задницы. Сейф поставить не проблема, это специальное место оставил, чтобы поставить. Евген все предусмотрел уже. Ставить, потом все рокировочки. Ты по гайду от Джексона? Нет, он по гайду от Евгена. У них эти задротские эти гайды там неинтересны. У Евгена everything calculated. Everything calculated у Евгена. Все просчитано. Ну они там в два этажа, чтобы там у нас. Ну это больше актуально. Вот чем мне нравится, что мы играем на PvE сервере на своем, нам насрать вот на эти PvP приколы. Вообще абсолютно. Можем эти трюки в принципе не применять. Просто спокойно. Гам. Развлекаться. Строить дома, там с кучей дверей. Да, да, все что угодно можем. В непроходимых локациях. Угу. Ну, о, червяк. Дезвор. Валер, я тебе сфоткал его. Молодец. Не, блин, этот зеленый цвет, как у некронов, мне прям. Ой, боже, червяк, очень пожалуйста, нравится. Чуть не дохнешь. Я тебе по пол косаря снимаю. Пол косаря просто отношу одним ударом. В чем твоя проблема? А, ну кстати, там же 180, там же это индустриальная пичка вообще. Ну да, там вообще будет классно все. Вот, я что-то хочу обсуждали это просто. Что это там будет немножко присерело. Так, червь, давай за мной. Это разнообразие в этой хрени появится. Так. Ой, боже, как Вован бьется? Кто додика Стаса переименовал? Я. Это то имя, которое мне в голову пришло, и это крайне смешное имя, вам не кажется? Отличное имя. Боже, червяк. О, червяк уже начинает кровить. Начинает, то есть вот после, как ты им по 1500 с удара наносишь, он только сейчас начал. Да. Но он живучий. Так, ты... Там обычный или альфа? Прайм. Прайм червяк. Так. Так, продолжим умесить. У меня после мегатрич седло топовое, там на 45 брони. Вместо 25, так что я не сильно проседаю. Так, у нас осталось 60 секунд супермощи. Минута. Минута супермощи. Когда я стою над всеми народами. Over 9000. На пороже. О боже, червяки. Даже мегатырий. Мегатырий килит черт смерти. Но, ребят, я в нем застрял. Так у него там сколько? Съешь его. Что ты переварить не можешь? Я его пилю пилой. Перепилить? Вот тебе перепелиные яйца. Перепили ими решетку. О боже, тут столько первосортного мяса. 83 штуки. Я еду на базу. Да не доел.
Я с него этих рогов, каких-то кератинов нафармил, что-то еще фарманул с него. Без счет, без всякого. На, знаете, на сколько уровней апнул свой мегатерий, убив червя вот этого? 180 уровня кто? Вот угадайте, на сколько уровней апнул свой мегатерий? На 2. На 1. Ну, я был близок. Скорпионы? Ну, ты скриншот скинь. Да я дерусь со скорпионами, я все понимаю. Крейзи-катка, крейзи-катка. Евген, че ты там говорил по поводу удочки? Что? Я с этого чувака поднял гиль-удильщика. Да ладно, блядь, я удочки. Без шуток, да, я поднял гиль-удильщика. Не, не, гиль оставь, это топовая херня. Гиль-удильщика, вот. Спальню ему освещать. И рок через меня. Для освещения спальни. Он бесконечный, что ли? Нет, не бесконечный. Не, он долго горит просто. И у него херенное освещение. Так. Нам немного зеленый обелиск все будет руинить, но ничего страшного. Это некронская хата. Знаете, кидаю фотку. Вот давай. Смотри. Вот так эта манда выглядит. А, ну забавен, да. Просто какого хера Англергель находится в черве? Что, как это? Спроси что-нибудь попроще, этого я не знаю. Так, вспомнить бы, куда ты увел этого мудня каменного. Я увел дальше от базы, в сторону пустыни его. Ой, я ж знаю, где у нас дофига мяса. Все, я еду на базу, чтобы весь инвентарь заполнен уже. Но мы подняли 30 гильудильщика, считаю, день прожить не зря. Сейчас скрафтим удочку и будем ловить рыбу. Удочки нам не нужны, слава. На самом деле, это небольшой секрет. Чью удочки можно ловить в чертеже. У меня у одного Вован лагает. Вован рыбовой, я не знаю. Вы или Вован? Вован. Ты не рыбовой, что рыбовой. Я робот. Я робот. Вован, перезайди. Могу перейти посреди пустыни. Дискорд. Ну, в смысле, дискорд. Еще инет глючит, сейчас я покажу. Нет, у меня инет не глючит, у меня ноль пропусков кадров. Это Вован. Ну? Я все еще рыбовусь? Вот теперь норм. Нет. Отлично. Так, так. И в дискорде тоже пинг у меня хороший. Здесь рыбы я наловил.
я вот вообще... Схавал нахер, точнее? Схавал нахер, я вообще едва еду. У меня забит инвентарь и звери мой. Один полимер, одни полезные, одно мясо постпервосортное. Всего везу просто, пацаны, всего везу. Даже я везу Евгену гелюдильщика. По полям, по лесам. Синий Вован едет к нам. Зеленый Вован едет к нам. Я, возможно, попрошу Евгена с помощью админской магии перекрасить вот этого моего зверя, потому что зеленый — это очень странный цвет. Хотя белый, черт, я не знаю. А их просто краской нельзя красить? Ты попробуй, удачи. Кисточка, это, ну, можно, это довольно запасно. Все-таки у тебя инет опять. У тебя инет, Вован. Ну, что делать? Давай глянем, не грузь очень стене. Или он просто тоже Android? Android Вован? Android Вован, да. Где этот смайл? Где он тут? Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту-ру-ту-ру. Вот он. Собака такая. Android Вован. Да, Араба Войс. Голос робота. Говорю как робот. Так, пацаны, я вам привез много мяска. Правда, рыбьего. Вам-то но пофигу. Все-таки мяска. Рыбы тоже мясо. Более того, я скажу, рыба не, это не только мясо, а рыба — это еще и рыба. Угу. Великая мудрость. Тут не поспоришь, конечно. Да. Итак. Итак. Так, Вован въезжает на базу. Стройку. С великой... С, ну, да, поскольку стройка, технически ты прав, а он въезжает в стройку. Если ты на базе, попробуй парашют императора. Это очень прикольный зверь. А где он стоит? Он стоит возле тирексов. Он маленький такой. На нем написано парашют императора. А, вот он. Короче, сними все с плеча, возьми этого зверя в руки, заберись на какой-нибудь балкон и прыгни оттуда. Или на балкон, или на скалу. Нам нужны ягоды. Много ягод. Ягоды я привез. Но, Евген, я привез столько всего, что я почти такую не знаю, куда это все девать. У меня такие руки длинные, я тоже только что заметил. В чем они? Блять. Зачем ты столько фармишь? Да. Я очень много привез. Это не все, у меня еще в инвентаре там куча всего. Ах, его еще можно отпускать. Да, за тобой бегает. Забавно. Бесконечный так, парашют, если ты носишь его в покеболе. Так. Так. Я вам скажу так, что то, что я привез, я вообще не знаю, куда засовывать. Так вот для сейчас этого придется... и надо строить этот самый сейф. Сейф, да. Сейф. Сейчас, ключ. Это не сильно не поможет. Один сейф. Давай. Я тебе скинул в станок гелюдильщика. Окей. Он же ж не портится? Не. Пятьсот ёбаного металла на постоянно жалуются на голос робота в Дискорде. Там еще бывает сервера. Тебя на хреновые сервера коннектить. Мы готовы проебать 500 металла на ровном месте? Ну так естественно. Давай, у нас вообще металл... А где у нас металл вообще? Хоть жопой жуй, я не знаю. А куда его спрятали, расскажите лучше. Я переносил его в эти самые, в крафт-столы. Yeah.
Боже, зачем я столько фармлю? Это просто песос. Просто песос. Хитин не знает, куда девать уже. Мясо привез. Всего привез. Кнопки. Как же Вован хорош. Даже убил червя. Даже убил червя. Вован убийца червей. Надеюсь, видно на фотке, как он выглядит. Угу. Более-менее понятно, что он себя представляет. Ждем-с. Мясо и испорченное мясо я буду класть в песоса. Комната ожидания сейфа, а вот он и скрафтился. А что я вообще могу изучить? На целый косарь. Да, все учи, что хочешь, в принципе. Тут ничего такого интересного нет. А как вот, Евген, ты вот видишь вот эту фигню? Вот изучается на Instinction, на Aberration. Вот эту фигню как-то можно убрать, чтобы она не мешалась? Да, в настройках сервака можно снять. Вот эти... Да, в настройках сервака эти пойти можно убрать. А, я думаю, это где-то у нас. Тогда ладно. Автотурия. Все, у нас аж 2-7. Ого-го-го-го, 61 металлическая стрела. Ах, как хорошо. Буду стрелять из лука из моего своего любимого. Из металлического. И Валерий такой же сделаем. Металлическими стрелами из луков херачить просто. Причем тот лук, он пользуется любым типом боеприпасов, поэтому он заменяет арбалет в некотором смысле. Два сейфа Евген захерачит. Два сейфа, ребят. Куда нам столько? Но Евген захерачил. Минус 1000 металла, здравствуйте. Просто нормально, нормально. Это мне один раз хвостом махнуть. Да, это Валерий один раз на хвостом махнет, и все, у нас тысячи металлов просто будет. Я его свожу в горке там на Аргентависе, он махнет, и столько же металла будет. Я в Масхопса кладу мясо. Потому что на базе вообще девать негде, некуда абсолютно. Так там же эти. Какое мясо в Московске? Кормил, кормушки кидайте. Я в кормушки накидал, но там место еще есть, я уверен. Ладно, сейчас накидаем в кормушки. Но вот я не уверен, что там есть место. Так. Песенка залетела. Послушаем. Да, как я и думал, места там нет. Ягоды, все, поехали, давайте убьем ягоды. У нас ссылку... 2 анкилозала и... Ссылку я твою вижу в этом. Или за металлом летите, пока я фармлю ягоды. Нам... Ладно, нам надо писца ягод. Если надо, мы сделаем до писца ягод. Ты же нас знаешь. Это вообще не вопрос абсолютно какой. Я только сложусь, что я нафармил огромную невероятную. Да ты сейф все это говно лучше. Вот, Иван, все говно, которое фармишь, сейф кидай, хотя бы. Я тут не знаю, где он стоит. Просто уже логика сортиров. Ну понятно, да. С другой стороны он. Так, Валера. Просто я потом уже перекину туда дальше нормально. Давай быстренько прошвырнемся за металлом. Давай. Я готов. И потом пойдем фармить ягоды. Ты на одном бинсе, я на другом. Так, где у нас хрен там тавец? Вот он. Так, а погоди, нифига. Не надо взять меч. Нормальный музяк. А, ну генератор у нас же ёбаного. Да. Ладно, пока временно там один поставим. Сюда еще
Да что такое? Это херня какая-то. Ну сейчас не откидывай, значит ты просто не цепляешься. Нет, не цепляюсь. А если ты его поднимешь, а я сяду? Или так не получится? Нет, нет, может, ну, не, я только инвентарь могу посмотреть. Оригиниться. Забором. Нет, видишь, опять он слезает с него. Да я вижу, да. Цеплять ты отцеплял. Пошел. Процесс пошел. Да, господа. Вот это моя. А это Лукенон Кир. Метал. Ой, баран ходит. Так, ваншотом сейчас металлическим. Ваншот, баранчик ходит. Заберем потом. Баран, мы с тобой вернемся. Так. Ваншот практически. Это как даблшот. Масхопс для Евгена тут высокоуровневый бродит. На самом деле не знаю, какого он уровня. Так, тур. Тут, короче, на этом самом, на Твиче, заказ музыки не автоматический. Он автоматический, только если в донате. А здесь мне приходится самому открывать твою ссылку в браузере, открывать и слушать. Вот. Тогда как ссылки в чат кидать нельзя, но я-то ее все равно вижу. Так что вот так вот это работает. Такой уж он парень. Не, такой уж он твич. Вообще за очки просмотров можно было бы и сделать автоматически. Блин, там металл, там сумчатый лев, мы не пойдем туда. Ну да, или через донат автоматом, он тогда еще там будет в углу экрана проигрываться. Или так. Ну вот это типа я сначала должен увидеть ссылку, потом давай, ее давай, открыть. Давай. Отлично. Понял. Сейчас мы тут с тобой наглотыкаемся. Да, уже парш неплохо получается. Вот это, кстати, сам, пожалуй, эффективный фарм. Профессиональный металлисты. Да, профессиональные, да. Металлюги. Мы фармим металл. Как сказал Джек Блэк в фильме «Школа рока», когда ему сказали, ты что, типа, не ходишь на работу? Ничего, говорит, я играю рок, я спасаю мир. Все правильно. На этого нечего возразить.
Если нападут Зентради, он действительно будет спасать мир. Вообще, да. Да, если нападут Зентради. Ну, поправочка, женщины Зентради, если нападут. Женщины. Мы из семерки знаем, что это говно работает только на женщин Зентради, но работает как надо. Да. Там все женщины Зентради, всем оргазм просто раздает налево и направо, как ваншоты. Кстати, полный вивер. Захожу я сегодня такой. У нас тут недалеко от базы виверна опять вчера ебалась. Ну, ей песос настанет. В прямой видимости. Я такой, та-да-да-да. Надо нафармить Аргентавис, какой-нибудь бессмертного 180 уровня. Он там из виверны. А я не двигаю слова. Я знаю. Сейчас. Сейчас я... Мы здесь сели с тобой в основном легенде стамину. Блин, мне надо все-таки это перебиндить кнопки. Зачем? Пользуйся обычными. Не, на мышке. Типа кнопка Т очень далеко. Ой, кнопка О. Это, кстати говоря, довольно правильное решение. Она еще дальше. Я и хочу на мышку себе забиндить. У меня подгорает туда тянуться каждый раз. Так, ну, теперь я вроде бы могу двигаться. У нас на сервере правило такое, можешь двигаться, фарми. Император наглядно продемонстрировал его исполнение. Блин, за что даже цепляемся? Давай на открытую выйду. Он его берет и отпускает, какое-то такое ощущение. Типа да. О, тот скамни сейчас заберем, идеально, я думаю. У тебя там вес-то еще есть? Ну, а если хотелось, что ходишь, да. Почти уже в упор. Хрен там. Сейчас вот... Возможно, я что-то не понимаю. Есть у нас профессионал вот такого дела, которым Вован занимается? Ну, по идее, это Анна Киви. Она должна это хорошо мне делать. Но ее тут нет. Да, поэтому будем без нее. Что ж делать, ё-моё? Ну, может, типа в чате кто шарит. Да, почему у нас вот так... Повыше и за морду в чате написали. Повыше и за морду. Повыше и за морду. Повыше и за морду. Регеним стамину. Нам тебя главное ухватить, остальное детали. Самая просто моя нелюбимая карта. Вот в арке вот просто ужасная. Но пацанам, наверное, по сравнению с островом это разнообразие. Вот, поп-поп, повыше, и за морду. Только не за мою морду. Не за ебальник, да? А за личико динозавра, а не этого человечества. О, мы сумели. Я не знаю, как мы это сделаем, мы сумели. Как повыше, и за морду, видимо. Сейчас за жопу хватал. За морду. Так, и мы отпустились. Мы отпустились, потому что тут камень. Сади сейчас Тригению стамину. Будем спасаться от ужасной птицы. Так, короче, бинды на мышку. Виверна у вас? Вот, а насчет виверны все достаточно просто. Я думаю, что Евген нам заспавнит супер Аргентависа 500 уровня. Мы его приручим, он станет 900 уровня. После чего он просто виверн всех будет ваншотать. Ну да. Но мы им никогда не будем пользоваться. Мы будем пользоваться им только для охоты на виверн. Как честные игроки. Честные игроки не пользуются аргентависами. Честные люди, мы пойдем с рогатками. Да. Но с рогатками миллионного уровня. Сейчас еще примитив поставим и пойдем с рогатками на них. Ну, на примитиве-то есть типы стрел разные интересные.
Там есть типы стрел хорошие. Антививерновые? Ну, огненный там для стрел для разных луков есть. Прикольненькие, которые больше урона наносят. Поэтому, в принципе, можно. А учитывая, что здесь летающие существа получают довольно много урона от стрел. И много урона от пуль, между прочим. Так, в этих вот кучах ящиков вообще не вижу, что я там забираю. Регендарис такая курятина вообще. Угу. Забавнушка. Но старый скин, честно говоря, мне нравился больше. Я не знаю, почему они его сменили. Старый скин был пуф-пуф, а этот не пуф-пуф. Не пуф-пуф? Да, да, старый скин прям пуф-пуф был такой. Так, ясно. Надо найти какую-то стратегию, которая всегда работает. Было бы неплохо. Так, арк. Окей. Все, мышка подцепилась. Так, ну давай. Фарми. Сейчас мышка подцепилась. Ну она игру подцепила. Надо еще кнопки забиндить. Так, все, я уже в упор. Я больше никуда не пойду. Ты все выкинул из инвентаря лишнее? Угу. Блин. Так, сейчас будем тогда его отсюда вытаскивать. Так, сюда мы делаем кнопку О. О. Оу. Так а чё всё вытаскивает? Мы же можем, ну, типа, до твоего веса добирать, а не до моего. До моего веса знаешь, сколько ещё осталось? Ну ладно, так, доберём. Так вот мы так и делали. Давай добирать. Ну мы будем добирать не до полного веса, до того веса всё-таки, когда оно всё ещё сможет нести килозавра. Ну да. Сейчас у Лавана там стамина только закончится с своим полетом. Да. И все, вы отлетаетесь. Да, мы отлетаемся. Поэтому все-таки нужно оставлять вес, чтобы быстро до базы долететь, а не целиком заполнять регендарис. Вот этот вот Евген, он, блин, и давай, сидит, давай, давай, давай. И это самое. И сидит, и сидит. И подглядывает, что мы делаем. Да, но он там на что мониторит, Ну, Евген, по одному командный монитору. Центр. Да-да-да-да, по одному монитору на всех. А у тебя эти... Диспетчерская. Изогнутого нет монитора, чтобы прям 3D было? IMAX. Я машу в очко этих, с леми сейчас руками тупо эти, как особо мнение, иду-сюды хуящу. Как Киану Ривз в половине своих фильмов. Да. Ну или как он? Там Джонни Мнемоники, в этом, в репликации, или как он там, в Матрице, или в Матрице не было такого, что он там руками разводил? В Матрице он разводил руками пули, так что было. Во, нормас на мышке вообще все делать. Садись, садись быстрее! Блин, сорян. Это бывает. Сейчас. Новый фолловер на тебе въебало. Хороший фолловер. Молодец. Люблю Twitch за упоротые имена. Да, там они. О, люди есть. Креативные, такие же как в Доте. В Доте нет креативных людей. Не, в Доте там чё только нету. Там такие встречаются. Гениальные люди.
Да чтоб себе. Ник не я создавал, понятно. Но его, кстати, можно поменять бесплатно. Один раз его можно поменять. Если что. Я не помню где, но точно можно. Черт. Прям нужен... Precision. Черт. Уже нет. А раньше так не было. Это какое-то их новое изобретение, вот это вот чудесное. Ну это чтобы было интереснее. Ну, скорее всего, да. Сейчас последнюю забираем, у меня почти вес. Сейчас еще одну забираем, летим на базу. Так, заберем мы... Да, вот эту. Не могу я ее забрать. Значит, не забираем все. Значит, не забираем. Мы, кстати, облетели по кругу, и там уже база рядом с нами. Угу. Жалко, мы не можем анкилозавра уложить в покебол вместе с его металлом внутри. Так бы я это сделал. Да, это было бы... Неплохо, неплохо. Вот видишь? Да, теперь ты меня подвинул и стало норм. А, отдохни от бесплодных попыток поднять этих ребят. Мы слишком тяжелые. Получилось, пацаны, мы подняли их. Ну ладно, давай еще сфармим вот это. Все возле базы. Дайте сюда, пожалуйста, бронтозавра, чтобы фармить эти сраные ягоды. Ягоды я тебе покажу, как фармить. Ну да, эти динозавры вообще какие-то стрёмные. Для фармы ягод. Ни одного нормального нет. Даже трайка лучше любого из них. Есть один, есть динозавр, который офигенно фармит ягоды. Я вам покажу, как только я привезу вот этого пацана на базу. Почему этот динозавр не у нас? Он у нас. Нет. Я сравниваю с бронтозавром, который уже всю карту выфармил здесь за 2 минуты. Да, возможно. Понимаешь, что это ОП немножко, но, блядь, вот это каждый куст бегать, обжевывать, пиздец. Да, да. Как насчет игуанодона? Он тут есть? Игуанодон хуже Марлатопса по ощущениям. Фармит ягоды. Тут есть игуанодоны. Я видел, по крайней мере, парочку, пока мы играли. Тут вопрос в АОЕ, он как там, у него АОЕшка-то нормальная? Не, АОЕ у него говно. Мне у этих АОЕ не устраивает, что нужно каждый куст ходить. Да, тут-то, блин, хвостиком махнул и нормально. И у тебя пол леса упало сразу. Пол карты сформил. Да, особенно на этой карте пол динозавров сбежалось от урона, пол големов
попал под раздачу, все на нас пахнет у бронтозавра. А бронтозавр такой, ё-моё, я ж толстый, я ж не уйду от них. Он такие, на, по жопе, на, по так жопе. А чё, он еще раз хвостом махнул, и все, и... И тупо големом тупо в бейсбол играть будет. Да, они ж не подойдут. У него фишка-то в том, что к нему не подойдешь. А големы, по-моему, не отлетают. Да. Ну, значит, они будут в шоке просто. Какого хера это здесь делает? Да. Почему нас бьют хвостом с километра? До скольки мы? До 12. У нас народ рабочий. Да, и мы, ну, по крайней мере, весь следующий час вы будете видеть вот картины, что мы здесь стоим, голодные, злые. Я пытаюсь его поднять. Не, я добрый, мне нравится. Хороший геймплей. Да, да, сидишь тут, вот, фармишь металл. Так. Чё, идите за ягодами, за хорошим геймплеем. Да какие, мы еще не вернулись с прошлого геймплея. Тут сейчас был Precision, так его подхватил. А там нет какого-нибудь этого программы, который там автонаводка, там автозацеп. Значит, нечестно так играть в ТАИ. Ховермод, да? Да, что-нибудь такое. Или крюком кошкой меня можно зацепить? Нет. Давайте в обелиск отнесу. За подтяжки. Сейчас вы ёбнетесь там оба, циркачи. Обелиск — это голограммы, я уже проверял. Так нам что? Ничего не будет. Так. Теперь Анька говорил, надо делать вот так вот. Куда оно чего? Выбрасывается? Ну, типа, ну, надо все выкинуть перед собой, а потом собирать. Но это как-то выбрасывается, ну, не по туда. По идее, когда он сможет ходить, его надо просто сюда поближе поставить, и все, и он будет стоять. Не, это понятное дело. Я тебе это могу обеспечить вообще на изи сейчас. Блин, теперь это не тот камень. Не та кнопка. Надо кнопку теперь привыкнуть. Так. Так, это сюда. Вот, смотри, все, я его поставил. Стоит просто возле этих. Я тебе прям в него кнут положу. Кнут не выбрасывай. Что-то я не то открыл. А, уже не положу, кнут он забит. Так, чё там хотели, чтобы Ван вам нафармил? Типа, все, да? Ну, это легко делается. Ягоды нам нужны. Ващи. Тебе не нужны. Ващи, сейчас просто реализуем. Я могу марватов собрать. Не надо. Ягодный Ваван. Та-та-та, тра-та-та. Вот он. У меня есть динозавр, который замечательный фармит. Так, а ягоды куда сбрасывать? Тут у меня появилось... Это очень хороший вопрос. Не, наркотические. В ступке. Уже все в ступке? Евген. А, Евген? Да. А ты построил толкан? Еще нет, я занят фармом ягод. Нам тут ягоды еще фармить сейчас. Давайте фармить. Давайте фармить. Ягодный апокалипсис. А елка не фармит ягоды? Сам. Фармит. Причем довольно хорошо. Да. Я просто никогда не пробовал на елке бегать. С наркотой раз на себя разберемся еще. Давайте попробуем на елке. Она на какую кнопку фармит? Просто на атаку? На обе. Вторая кнопка у него АУЕшка. Довольно большая. А-а-а. И она очень круто фармит. В принципе, все. У него большая атака. Если возле тебя насекомый какой-нибудь есть, насекомое, то вот тебе лайфхак. Ну, я просто, понял. Короче, понял, да, там насекомое ваншотишь, у тебя идет баф, и под бафом фармишь ягоды.
чтобы было еще веселее. А можно им какую-нибудь хрень, ну типа настройки, чтобы она, например, не фармила ягоды, вот кроме вот этих вот. Или они так не умеют? Будь здоров. Буду здоров. Так, я вылетел с сервака, перезахожу. Так можно или нельзя? Чего еще раз? Ну, спросил? Сказать динозавру, ничего не фарми, кроме вот этих вот ягод. Нет. Ну, ёлка, прикольный динозавр. Угу. У неё хотя бы атака, блин, быстрая, это ауешная, не полдня она там раскочегаривается. Угу. Эта штука прям херачит. А под, уж как под бафом она там нарезает дамаг. А у нее только один баф или он стакается? Он не стакается, он пополняется. У нее баф там 110 секунд, по-моему, когда убиваешь насекомое. У тебя так 5 раз на 110 секунд. И убивая новых насекомых, ты этот баф просто обновляешь. Разумеется, чем выше у тебя физическая атака, тем ты будешь сильнее. Разумеется, на фарм-то, в принципе, влияет тоже. Немного, но влияет. А что она ест? Она ест все. Он, это всеядное существо. Он ест и мясо, и ягоды. Жирная, обладает большим количеством веса, огромный дамаг, быстрая уешка, имеет баф от насекомых, ест и мясо, и ягоды. Жестко. Один из лучших динозавров Эва вообще здесь. Жестко. Он не такой полезный, как кенгуру, но тоже хорош. Конечно, полезнее кенгуря мало чего может быть. Это факт. А сколько ей процентов баб дает? Ну, 500 почти. Нормальная тема. Чем? Баланс. Баланс, да. Вы спросите, где тут баланс, а я скажу, что эта штука довольно медленная. Поэтому баланс есть. Но ей надо полностью остановиться и встать на задние ноги, чтобы бить. Да. Вот в чем тут баланс. О, Джексон пришел. Здравствуй, Джексон. Тянки сегодня твоей а нет. А мы сегодня без тянки, без твоей, да, без твоей да. Девушки. Так вот. Так, что-то я не то жму. Это можно так выкинуть. Вообще, наверное, это можно к себе положить. Чтобы не это... И не это, и не то. Все, Джексон в шоке и больше ничего не написал.
Че, Межаберри выкинула? Зачем нам Межаберри? Пока не зачем, пока черные ягоды самые топовые. А, ну пока наркоту фармим. Ну да. Остальные есть, ягоды фармить очень хочет. Просто. Наркота, с другой стороны, не очень, поэтому... Мегатерий на охоте полезный. Его можно стрелять, он может втанковать большой урон. И кроме того, он фармит и ягоды, и мясо, что позволяет тебе кормить приручать тейма свои. Ими хорошо приручаются травоядные. Так нам сейчас не надо никого приручать. Мы сейчас именно на наркоту, чтобы левел качать. А насчет кенгуру, у нас Вован сейчас на кенгуру тем же самым занимается. Да, тоже фармлю ягоды. У нас все фармилы заняты. Валер, поассистируй, пожалуйста. С чем? К нам бежит пустынный дракон, убей его. Давай. Вон бежит. А, все, все, он забил. Он это... Ну, убей на всякий случай его. Так, надо мне сначала загрузить. Тик, тик, тик. Вот это вот парнишку завали. Валео ешь, когда больше дамага наносит намного. Так, ну, не так уж и намного, кстати. И она долго кдшится и все остальное. Кенгуря. Кенгуря на самом деле адски фармит ягоды. Скачет, как не знаем кто. Кенгуря — это супер полезный динозавр. Вот сразу после титанозавра он самый лучший. Кстати, Евген. Конечно, смотри, бронтозавра тут нет. Но. Предлагаешь титанозавром фармить? Да. Он как ударит, тут сфармит с полкарты. Там кожа, камни, там тирексы попадают в инвентарь, там сразу в капсулах. Все попадает в инвентарь сразу. Осталась одна проблема, защитить титанозавра. Даже если бы это сработало. Я хозяин на этой карте его вообще приручаю. На титане киблы не нужны. Понимают, на кецеле летать ровно. На чем летать ровно титаном? Ни на чем, потому что кроме кецеля никакое существо не держит платформу на себе. Так вроде какой-то этот на ножках динозаврик держал. А, бронтозавр, по-моему, и держал. Проблема в том, что там задача выжить. Там, да, там один выстрел от этого кецеля, один этот самый удар. Вот титанозавр пропущенный, это финальный ваншот после любой. Не любой, но... Ну что за хрень тут у меня в ногах? Ну что это за... Эгомаз тут что ли? Кто там? Забудь, что я сказал про то, что бензопила плохо фармит первосортку. 58 штук только что срубил с парася. Красиво. Срочно жарить. Жарить. Жарить тянок. Первосортных. Будем жарить тянок. Будем все жарить тянок. Будем жарить тянок. Yeah. Вот чем прикольнее Комнек Зайлз, в отличие от Арк, там есть добавная фишка. Там, когда человека убиваешь,
он разрубается на куски, то есть там буквально есть человечина, там нога человека, рука человека, и там есть специальное мясо человечина. И его можно жрать во имя там бога-каннибала. Такие пироги. Кровь богу крови. Ну да. Там буквально, там еще этими ногами можно драться еще. Очень, очень круто. Делать из них нунчаки? Дубинку. И можно после этой дубинкой наваливать. Мясная дубинка. Такая, по-моему, в этой есть. Еще в, как ее зовут? В Don't Starve. Ну, в Don't Starve я бы играть бы не пошел. В Форесте, по-моему, тоже можно ногами херачиться или нет? Да, да. В Форесте тоже можно. Мы когда с Сержем проходили Форест под запись, там у нас вот 13 серий у меня на канале есть, там он с ногой бегал, всех херачил. А у него арка нет, случайно? Есть. Он же играл с нами на сервере. Да. Я зашел как-то к ним на сервер, там этот Андрей 40-й, Серж какой-то там 20-й, и Вован там 90-го уровня бегает, один за всем все делает, пока не влезает. Так и было. Так и было, Евген не врет. Так все и было. Те еще задрот, конечно. Не, ну как бы Андрей, когда он приходил, он был эффективен. Он нормально там охотился, вот это все делал, но он редко приходил. Серега, он как бы... Ну, в общем, нас из-за него и зарыдили, я эту историю уже рассказывал вчера. Ясно. А кто у вас летающий есть? У нас есть анкилозавр. И все. Один. Да, еще анкилозавр. Анкилозавр, он летает. Вообще, я сегодня хотел на Аргентависа приручили, но что-то он помнил. Ой, ну... Мы не успеваем. Ну, вы поняли, на, короче, да, Аргентавис. Не, ну если мы сейчас... За сколько у нас там ягод? Ты ничего не вообще нафармивали? Они так же не фармят у меня? Ягоды фармятся нормально. Но не, если нормально это когда у вас там уже это миллиард тысяч. Ну ты видел мой инвентарь. Сколько у меня их? Не видел. Да, ну вот столько. Это не самое большое число. Ну да. На одну штуку хватит. Проблема, что у нас там 10 штук стоит. Вот именно. Проблема в том, что все еще толкан мы не скрафтили, у нас не будет супер бафа. Я сейчас скрафчу толкана с ягод. Сейчас поеду скрафчу толкана. А так мы сейчас там мы сундучком закинемся в пустыне, пострем на толкане, включим обоих песосов и все поставим наркоту на крафт. Сразу тысячный уровень. Я ставим. Не знаю, как ты где-то там, где-то в пустыне, а где вообще, мы сейчас оттуда хер вернемся. Нет, там очень, во-первых, очень недалеко от базы. Во-вторых, ну, кто-то со мной на кенгуре поедет, а кто-то на аргентависе за нами, и все, и все вернутся. Вообще, сзади базы, там, где кости такие лежат, скелет, там есть там, сундучок. Там, где игрок голем? Да, только я его подбирал, а нам нужен сундучок, который гарантированно никто не подбирал, я нашел такой. Мы там чисто на нулевых животных съездим. Еще есть сундучок около этой, там, где у нас качалка нефти стоит. А, ребят, я знаю, что мы сделаем. Вот, чтобы быстро собрать экспу, и чтобы никого риску не подвергать, у нас же глимим на 3 седла. И он нам совершенно не нужен. Если да, втроем сдохнем. Да, мы сразу втроем и сдохнем, конечно же. Вчетвером вместе с глимимом. Да, ну, насрать она все не нужна. Я думаю, это так примерно закончится. Но игра же ведь командная. Да, значит, сдохнем тоже командно. Вот вчера пошли в пещеру, вся команда сдохли. Т, тимплей. Т for тимплей. Короче, да, на Глимиме съездим, там, быстренько бонус. Он же быстрый очень. Там все, берем тут сундучок, ракеты возвращаемся назад, и все. Профит. Быстренько срём на толчках. Все, отлично будет. У меня в огороде есть толчок тоже. На улице. Когда на него садишься, становишься мудрее? Нет, вот именно, что никакого бафа он не дает абсолютно.
Ну почему? Смотри, ты же сидишь на толкане. Пока ты сидишь на толкане, ты о чем-то размышляешь? Ты же не смотришь на толкане YouTube? Нет, я это самое размышляю, как же хорошо сидеть на толкане дома. Вот, вот видишь? Видишь, раньше ты этого не осознавал. Но как только ты зашел в сельский туалет, такой, блин... Видишь, на тебя наступает просветление. Да, по-любому просветление на тебя наступает в любом случае. Знаешь, когда оно почему наступает? Потому что до того, как ты на толкан попадешь, мозг, в мозгу только одна мысль, где бы посрать, где бы посрать, где бы посрать. Когда ты посрал, мозг освобождается для всех остальных мыслей. Поэтому просветление такое же, как от наркоты или грибов. Получается. Просто гениальность. Сразу гениальность. Фармим ягоды, мы все толчок не строит нам, Евген. Почему не строит? А чё ты пристал к своему толчку его строить, блин? Нет, нет, строить его сложно. Надо там её там провести, специальный водопровод. Надо кабинку сделать, чтобы в кабинке мы сидели. Ты же не будешь срать у всех на глазах на толчке? Я помню, этот может. Берёшь горшок. Настя, короче, рассказывал, ну, как она в это самое с отравлением в больницу-то попала. Короче, говорит, ну, показывает мне там, ну, тут типа едят, тут то да сё, и типа вот тут у нас туалет, но ты в него сходить не будешь. Вот тебе горшок. И Настя так удивилась, что ни разу не сходила в горшок. То есть, смотри, еще раз, в туалет нельзя. Да. Ходить надо. Не, ну туалет в помещении есть, но туда ходить нельзя, надо в горшок. Ну и там типа говорят, что ну типа сравнивать там будут, сколько ты. Ну, ну они там все пронумерованные горшки, я хрен знает, как там при отравлении это работает. Ну, в общем, ей сказали, все в горшок. А Настя, сами знаете, она же впечатлительная барышня, она впечатлилась этим и научилась телепортировать все из себя в другое измерение. Ну, как все девочки делают. Да, как все девочки делают. Это чисто женская обида, женщины не какают, это общеизвестный факт. Так она и не писала. Она все телепортировала. Что вообще сказать, что нас задрало? Вали отсюда. Да. Это была Боткинская больница, Евген, ты там не был? Нет. Тебе там не предлагали горшок? Потому что у нас, ну я тоже в инфекции лежал, но мне горшок не предлагали. Может быть, если Евгену сейчас чем-нибудь травануться, он сможет еще застать Настю там. Вживую. Нет, она уже все. Выписалась. А так, прикинь, было бы круто, Настя такая зашла посмотреть тебе на стрим. Слышь, ты, Евген, херак, он в соседней палате тоже с горшком. Совсем одним звуковым сопровождением, да? Да, да. Слышит знакомые звуки. Да, что Евген. И все, и представляешь, один, короче, стримит, а другая смотрит. И оба они в одном помещении. И одним и тем же заняты. Только горшки разные, да? Да, только горшки с разными номерами. Привет, что делаешь? Сру, а ты? Нормально. Так что, в принципе, можно и на горшок посрать. Тушканчик говорит фырк. Это хреново, заварим. Сейчас как раз пока шторм будет, тогда это под наркотой будем сидеть. Ну, в смысле, тогда надо лететь уже. Да. Так, а где наша хата? Все, тогда я возвращаюсь. Вот наша хата. Готовлю гремимо, сейчас поедем.
Только у нас там толкана нет, чтобы отвалить. Я все крафчу. Крутые рассуждения, где посрать. Ну да, у нас стримы всегда такие интересные. Полные говна. Мы можем какую-нибудь херню начать обсуждать на серьезных щах. Да. Нет, между прочим, сранью это серьезное дело очень. Вот попробуйте не посрать, когда вам хочется. Это ж последствия. Это ж так не зря же говорят, что срать и родить нельзя погодить. Да. Люди великая мудрость. Не глупые. Так, в кенгуре в моей там дохрена ли он этих ягод? Выбирайте. Тогда я с вами до конца жизни. Вот мы тоже вот как вот втроем встретились, мы до сих пор расстаться не можем. Уже да, столько лет. Что, потому что слишком круто, когда мы собираемся, творятся эпичные вещи. Эпичнейшие вещи постараются. Ёлка. Не, я думаю, её перекрашивать не надо. Она очень хороша такой раскраской. Ну ладно, пускай будет так. Тогда я начинаю помогать Евгену переносить ягоды. Закидывать ягоды, так я хорошо, да, нужен. Той лет нужен. Снайпаст. А, это электрический шторм. Да, мы на своем сервере. Потому что мы играем только на прохождение. Да. Так. С нами есть четвертый PvP игрок, который пытается заставить PvP штуки делать, но мы забиваем и играем на прохождение все равно. Разумеется, Валер, напомни, вопрос в одной из серий, примерно за пару серий до конца прохождения, когда мы уже будем, чтобы я тебе рассказал историю, сюжет, что тут творится. Ты знал там, что с боссом и так далее. Но так как Валер это прослушал, то ладно. Я попробую сам вспомнить. А когда? Так, 5 минут жрать подожди, сейчас мы слетаем за пустом тогда и... Да, там ЛХК может стоять, может 15. Я так понял, они завтра хотят любить пельмени. Которого? Предательство. Да что у тебя? Да я первый театр. Теперь, ребятки, самое еще главное вспомнить, где у нас все эти что ягоды находятся, во что мы их складывали и откуда их брать. Чего? Я еще, блин... Ягоды в ступке распихиваете, в смысле? Да, понятно, нас помните... Евген, смотри, как гениально внутри. Все, ягод нет, я то, что привезли, то и есть. А жду, ягод нет. Че это что за дичь там? А я не могу вылезти из нее. Залезь в нее. Так и залезть в нее я тоже, ну, типа, ничего не происходит. Я шкаф уже тебе один... А что, в чем там застрял? Просто я еще пить хочу, он у меня надрывается. Я не знаю, как я умудрился. Совсем не баганая игра. Ага, она, по-моему, в фундаменте застряла. Так слезь, спрыгни с нее и посвистани.
И все, она разбавляется. Ой, песос какой-то, елка, давай, иди сюда. Я говорю, ягод нет, мало. Нет, тогда не разбагалась. Да разбагалась, это иди. Так, все в ступке, да, складываем? Да. Просто все подряд забиваем. Так. Так, здесь справился сральник. А где его ставить только? Вот еще ягоды есть. А зачем нам нефть в этой, в сушилке? Чтобы верилось да, мясо. С помощью нефти? Тут еще и такое да. есть. Да. А, пить, пить. Так, а елка где? А вот елка. Она уже на месте. Так, а здесь нету? Случайно. Здесь нету. Кевин написано, что спит, но она стоит. Не баги. Это баг, она лежит. Совершенно небагованная игра. Может быть, для радиобезопасности мы ее перетащим в полностью металлическое помещение, один на один, без дверей? Не знаю. На каждом дине свое имя. Но мы тут это... Ролплей? Да. Ладно, никакого ролплея у нас нет, но на каждом дине свое имя. Тем, кто фоловит, даем имена, когда идеи заканчиваются. Так что... так что да, некоторых зовут. Единцев зовут как фолловеров. Не думайте, что это чисто, что вас могут просто, в принципе, искормить. Да, потому что у нас, например, динозавр там Киви 3, который просто перешел на другой уровень. И совсем не умер. И совсем не умер, да, отлично такого. Так, кстати говоря, вот этого масхопса надо проверить, потому что в нем еще дохера мяса и ягод, боже. А еще у нас есть два песоса, которых можно приласкать. Ну, приласкаем их, когда вот начнем. За юаньки. А, ты про этих песосов? Да. И мы их будем приласкивать, такое тоже бывает. А все остальные, да, вот у нас есть Леха. Это наш подписчик Лёха. Крейзи Катка фолловер. Вот фолловер. Вот здесь. Когда, в общем, кончаются идеи, то мы называем динозавров фолловерами. Ну тут типа все эти заполнены уже ягодами. Ну все. Да, заполнено. Когда толкан поставится, все, можно. Все, стоит толкан, иди проверь. Окей. Ну срать я в нее сейчас уже не буду. Я не смотри, все там устраивает. Лоп пол 1221. Я там подвел вроде пол. ТЗ, я просто не помню, как подведенный должен быть. Там, если водичка в нем колышется, то подвел. А, ну все, значит.
А где толкан? Дайте я посмотрю на толкан, то я никогда не видел. Толкан в игре. Ты видел, здрасте. Да? Ты что, ты все это видел? Мне пишут, что я крут. Ничего себе. А вот есть Саша Грей, к сожалению, это не подписчица. Да, да, но мы очень надеемся. Ее до сих пор никто не может оседлать. Но мы ее очень ждем, да, и никто ее не может оседлать до сих пор. Вот это такой вот у нас динозавр есть, специальный. У него же есть тоже канал на Твиче. Ждем, когда зафоловится. Комната ожидания Саши. Ну что, поехали. Поехали. Так что, надо посрать там или что сделать? Нет. Срём, когда приезжаем. А, подождите, песосов надо поближе к хате. А, да, мы еще на эту херню. Песосов ближе к хате. Выведу Галими, мол, очень туго разворачивается. Так, я пока пойду выведу его за пределы базы. Просто там у них, по-моему, радиус не самый большой. Просто два маленьких песоса бегут. Песос. Оп. Так. Песос ниже 15 левела — это приговор. А мы пошли коробку на баф XP брать. Да. Чтобы потом... Так, выходите из открытых ворот. Там еще приласкать песосов и посрать и все остальное. Ну, будем просто невероятно бафаться левелами. И будем качать левел, чтобы оседлать Сашу. Да. Так, все, я готов. Все, выходите из базы открытые ворота. Последний запирает ворота и садитесь на Галимима. Вы должны быть, кстати говоря, пустые, потому что нам, чтобы у нас мы были максимально быстрыми. Я максимально пустой. Кто последний, тот моет посуду. Черт, вот это кадр. Воу. Блин, а я сам... Так, тихо, почему я сам себя не вижу, или так и должно быть? Так и должно быть. Ну, писос. И чё, я должен на хвост на его смотреть? Евген, а ты куда смотришь? Я вперёд. Блин. Что-то, мне кажется, это хуёвое приключение. Меня укачивает, я не люблю ехать задом. Пацаны... Все бы вам ссать. Не... В общем, этот хвост, как будто мой песос. Выглядит. Да, это КДВ, вот из вас этот ролик. Тупый песос. Вон и руины. Действительно, вон и руины, я вижу. Сорян. Сейчас отрегинемся. Вон и шоп. Ну дамс, конечно. Опа, ну руины. Блять, я же говорю, руины закончатся хуёво для нас. Руины закончатся руином. Так, а чё там, скажите мне, чё там, я не вижу. Два мантиса, два скорпиона. А я даже сундук не вон вижу. Да стоп. Всё, тихо, скорпионы. Это не те руины. А, Вован еще нас не туда привез. Да. Так, я могу хотя бы карту открыть. Да, это не совсем. Ты там рассказываешь, если у нас сзади будет. Сзади у нас пиздос. Песок. Вон они. Вот эти руины. Смотришь, сейчас. Так, Евген, давай сейчас местами поменяемся. Надо же на всех местах попробовать. Ты первый залазил или второй? Второй. Тихо, ребят. Ты же дверь закрывал. Сзади ползет скорпион. Сзади, да. Ну давайте его откатим отсюда. Там еще летает какая-то херня. Это пофиг. Ну да, сзади сейчас убивает. Ползет ртоплевра. Главное, скорпа откатим. А то быстрее надо, да, будет скапать. Мы просто быстрее скорпиона, поэтому. Нам нассать. Хоп. Готовимся. И все. Вот это вот урна, едим урну, давайте. Так, едим урну по фасту. Быстрее, там скорпион уже ползет. Все, я сел взад. Так, я сел. Ага, вот теперь я шею вижу, нормально. Зачем мы так ходим?
Не знаю. Вован, мне надо динозавром взять. Ага. Чего тебе надо взять? Мы поехали обратно. Я беру ее динозавром, чтобы баф был и динозавр у меня. Ну, чтобы не слезать, так я пилот. Ну, да какие-то мувики демки прям жесткие. Какой красивый кадр, Евген там сидит сзади. Оператор спереди. Вот на этом Денис тоже неплохо охотится. У него только фигово, у него то, что чувак сзади смотрит только назад. Хотя... Нет, так это специально отстреливаться. Типа да, она охотит прикольно, типа мы убегаем от Тирекса, там чуваков брах, бах, бах. Поэтому хороший Галибим уровня 180-го нам было бы на охоте полезен на приручение, очень. И он, видите, как кенгуря умеет прыгать, но не так люто, как кенгуру. Кенгуру, конечно же, свои фишки есть. Я прям не регенюсь, бегу прям до базы, чтобы быстрее все это сделали. Сейчас срочно сидеть на толчок, срочно. Представьте, что у нас... Главное, те послать. Да, товар. Да, что у нас но жуткий понос. Все равно посредством. На тебя-то махать. Меня сбросило. Закрой дверь. Тогда я закрываю двери. Закрывай дверь, все, мы приехали. Вылезаем. Бежим срать. Где толкан? В доме, в углу, что же сказал. Не, я просто не видел его. Хорошо. Я тоже не видел. Вот толкан. А. Закрыл дверь, еще нет. Повоерирует. Так, погодите-ка. А как срать? Сейчас, Вован, меня за Форда. На 400 секунд. Сейчас. Че, у тебя там ширинку никак не расстегнешь? Нет, нет. Вы не готовы сделать это. Так, ну и че, я сел, встал, все что ли? Все, все, все. Или там как. Нет, там посрать надо, там надо кнопку нажать. Надо кнопку. У нас черных ягод больше нигде не было, да? Есть, есть в холодильнике. Так, а как нажать на кнопку? У меня нет никакой кнопки. Ну, по-моему, Z по умолчанию. Надо по умолчанию, по-моему, да, Z по умолчанию. Ой, как это сложно. Так, посрать. Как. Где эта кнопка? Все, стартует там все. Так, применить. Так. Я сейчас ягод еще раз докину, вот до пункта. Да, да, да. Там еще раз потом пройди прочитать. Все, есть контакт. Угу. Так, а песосов? Песосов. Погладить. Можно мне просто гладить и все, без всяких этих. Так, а, так а я их не могу погладить, их кто-то уже погладил. Я нет. Погладил их. А. Можешь, Вован, еще один раз пройди, почерпи, пойди, помогай. Угу. Так, Валерыч, это не тебе чепик. У нас вот... Да. А типа сушилка. Кто запускает, тот молодец? Нет, да. Запускает исключительно Вован. Нас бесполезно апать. Окей. А ты какой левел? Я хз какой, 70. Ты 77-й, а я 74-й. Ну просто он ходит раньше всех идет, значит мы вообще будем все очень долго добираться. Mm-hmm. Тут один хай левел не будет. Вот мы и так доберемся потом потихоньку. Это что, опережающими темпами шел. Так, и мы просто тут стоим, чилим. Да. Да, сейчас попробую посрать. Снова. Да ты дверь закрыл, я вот с открытой дверью срал, нормально было. Есть! У меня получилось. Молодец! Все, двойной баф. Отлично. Всё. Стоим. Экспимся. Так, только надо попить быстренько. Еще, конечно, надо было сделать тоник, но уж все, ладно. Здесь тоник не сделаешь. Да. На этой карте. Ну или хз из чего там как делать. Ну и спа течет. Спа течет. Не, ну у нас много Вован еще херачи. Да. Так, а Вован у нас какой левел? 79. Сейчас 80-й. Могу сейчас, по идее, там вплотную к 82-му, наверное, подойти. Ну не к 82-му какого. Не, к 82-му это рановато, там это дофига. Я еще такой, а такой 81-й хотя бы. Я бахаюсь белыми ягодами, чтобы срать бы еще. Чтобы быстрее говно образовалось. Ну ты жесткий. За серию, конечно.
Зацени, Валер, у меня тушканчик в шлеме. Какой-то прям боевой у него выражение лица. Да, и еще. Какой-то Довакин прям. Да, Довакин. А, хорошо. Потечет. Хотя бы уровень один мне апнем. И то хорошо. И то ладно. Ну сколько видишь? 6. Ой. Апаемся. Так, надо песосов гладить еще сейчас. Какие у меня настройки графики? Максимальные. Максимальные. Ну только всякие вот эти блики, размытие выключено, то, что играть мешает. Но оно не мешает играть совершенно. Не, блики, размытие мне пипец как мешает играть. Я вообще ничего не вижу из-за этого. Лучи вот эти вот света, ты, блин, идешь, а тебе свет в рожу светит. Ну, и ты нифига не видишь. Так и должно быть. Нет. Это же графен, понимаешь? Лучи света, наоборот, графен. Они графен убивают. Ты должен видеть графен. Так, закидываюсь еще белыми ягодами. Что у меня за комп? Это лучше вот у них спросить. Что у меня за комп? Ну... Это они мне вдвоем подарили этот комп. Поэтому все вопросы к ним. И компуктер. Ну тут что? Тут 32 гигабайта оперативки. Так, что тут я еще могу поглядеть? GeForce 1070. Что еще я могу поглядеть? i7 4000 Гц. И вроде бы все, что я могу поглядеть. Так что вот все, чтобы арк шел хорошо. Кстати, вот сам по себе арк. Процессор он напрягает всего лишь на 30%, память 3,5 гига, вот да, вот видюху, да, 95% нагружена. Видюху, что это говно напрягает, мам дорогая, да. А все остальное, в принципе... Там песни заказывают. Песни заказывают. Так ты бы, вампир, ссылку бы сразу дал, там же написано, а то я вдруг сейчас что-нибудь... Ну я, короче, что-то нашел. Ты упал. Я упал? Да, а, точно. Соединение потеряно. А вы норм? Да, тоже. Ну, у меня сейчас тоже было потеряно соединение. Я не падал, мне сразу вернуло. Сегодня часов 6 сета, да, пенсера полностью упал. Причем он упал, но с самой... иностранных этих землях основной сервак упал. Ну, бывает падающий сервак. Так, опять. Владимир, мне кажется, вам нужно обратиться к врачу. Еще посрал. Еще экспа идет, ребят. Вообще, кстати, Нечаев мне нравится. Нечаев нормально так фигачит. Дай ты тоже что-нибудь закажи. Давай. Только кидай ссылку. Там, значит, заказывать шансончик или что? Нет. А ты не знаешь, что такое Нечаев? А кто это такой? Ну, типа, который чувак, он поет голосами звезд. Что-то такое видел на YouTube. Ну вот. Он у этого был, у Урганта. Многоголосый чувак? Конечно, да. Многоголосый чувак. Отличное, великолепное владение голосом. Mm-hmm. Я думаю, что когда все банковские системы перейдут на голосовое распознавание, этот чувак будет самым богатым парнем в мире. Да.
Супер собака 228. Спасибо за фоллоу. А кто тут? Че у вас тут за анархия с наркотой? Все равно зачем вы закидываете, если она все равно не стрелит? Чего мы закидываем? Зачем вы закидываете наркоту? В смысле, тут твое мясо? Я не закидываю. У меня тут все по фэншую лежало, его больше не надо. Я ничего не закидывал. Так, да, еще в вилилках у нас дополнительные там ягоды, если они нужны. Тут у меня все математически до миллиметра вообще. Математический Евген тут самый. Но просто больше нет. Ну да, когда там песни заказываете, кидайте прям ссылку на YouTube. Я-то ее вижу. Несмотря на то, что вы ее не видите. А мы-то ее не видим. Просто да, по названию можно найти что-нибудь не то. А так уж ссылка есть, и все клево. Шо, Евген, ты будешь заказывать? А тебе, кстати, там нет никакого бонуса за то, что ты модератор там к очкам? Нет. Ну на, вон тут по этой стороне попыкай. Так, сейчас я... Ну да, нам... Там хотя бы вован, чтобы спахать как-то, у нас-то копейки. Вы сегодня а сколько тут здесь делится? 10% или сколько? Я не помню. Хороший вопрос. Или 25. Так, вот. Вот тут вот есть. Тут тоже есть Евген. Вот так вот, вот так вот. Еще. Возможно, пацаны, нам стоит открыть потом наркокартель после того, как мы вот это закончим. Когда ты еще будешь стримить? Мы стримим каждый день с 9 до 12, потому что народ рабочий. И вот только в это время мы собираться можем. А так, если что, заходи в Discord, там, если какие-то изменения есть, я пишу. Так, я бегаю срать по кулдауну. Так. Знаете что, кто-нибудь, если из вас не занят, все равно там экспа распространяется. Может пойти быстренько взять какого-нибудь динозавра, там, например, елку, и нафармить мне пару стаков белых ягод, чтобы я постоянно им бэфался. Ссылку я вижу, но ссылку у меня не открывает. Пишет, что не... А, нет, вот, открылась. Что-то с первого раза не открылось. Как там вам прогресс, уровень апнем, или там? Ну еще левел сделай, будет сделан. Так, сейчас у нас есть кластерная граната, промышленная плавильня. Нас сейчас девушки нет. Да. У нас вот сегодня нет ребят. Девушки. А, или там как раз, в смысле, вот для этого. Think about it. Это красиво. Это хорошо. У нас, вообще-то говоря, вот промышленную плавильню только металл отфармить, все остальное у нас есть. Она не слышит, но надо ей передать. Седло для Ютирануса, ребят. Кто захочет оседлать Сашу Грей потом? Все захотят. Я первый. А теперь, да, кстати, Евген первый должен сделать. А теперь, ребят, очень классная новость. Знаете, что у нас будет на следующем уровне? Самый полезный вещь на этой карте. Полный сет водолазной брони. Все, можем купаться в нашей луже. Да, и не тонуть. Так, ласкаем песосов. Возвращаемся. Поздно, я уже написал. Точим белые ягоды. Блин, кто-нибудь, кому-нибудь надо быстренько принести мне белых ягод с стаки. Да что ты тут никуда не уходи. Что тебе белых ягод надо? Ну давай нафармим. О, еще удалось посрать. Между прочим, мы с Евгеном, когда играли на карт-центр в прошлый раз, пришли к выводу, что арк является очень хорошо образовательной игрой. Он учит детей срать, включает их в туалету, и учит смывать за собой, потому что в арке, когда смываешь за собой, тебе дают удобрение хорошее для растений. Поэтому это очень образовательная игра. И вряд ли я сегодня усну. Ты
Фига там кенгуря херачит. Зачем она должна прыгать? Она фармит достаточно хорошо, я говорю. Там пару стак, не больше. Так, сколько с... Мы с 1 января начали. Да. До сих пор не прошли. У нас традиция. Ежегодно. Да. Так, ну еще, короче, левел точно поднимем. Если легенды будешь накидывать еще ягоды, может быть, полтора. Так, на... Угу, благодарю. Вот, вот самое то. Засранец. Ну да, будем получать все возможные бонусы. Всем возможно просто ускорять экспу. Мы играем просто по 3-4 часа в день. Ну да. Поэтому сегодня сколько? 40? Ну да, где-то часов 40 уже наиграли. На этой карте. Впрочем, сейчас 46 минут, мы с вами через 15 минут идем отдыхать, баиньки. Потому что мне завтра на работу. Сейчас как раз добавляемся. Да? Вампир Киви написала оу. Ускоряя метаболизм. Смываем за собой, как учит нас игра. Хоп, и опять бонус есть. И опять. Так, только надо сбегать за эликсиром Евгения, если я не умер от сушняка. Почему ты трусы не снимаешь, когда срёшь? Вот этого игра учит, по-моему, вообще не тому. Да-да-да. Игра учит, что из человека может говно вываливаться в любой ситуации абсолютно. Бежишь, и говно вывалилось. Рекс порычал, говно вывалилось. Все вот такое. Прям все. Че хочешь, делай и можешь срать. Так. Еще одна. Сява. Во, Сява тоже в свое время нормально бомбил. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Отдыхаем хорошо. А, не, ну идет нормально, тут половина такого с ягод, да? Че с тобой, Вован? Я накрывать эликсир Евгенистости, я ощущаю мудро. Все уже, набахался наркотой, пополз. Ощущаю мудрость, ребята. Она приливает. Что со мной? Что со мной происходит? Так, ладно. А, вот в этот Евген тоже. Что со мной происходит? А я только в присядку умею, меня еще не так накрыло. Да у меня забинжено другое. Поэтому я только... Ребята, я сейчас вращаюсь для вас? Да. Да. А для себя ты вращаешься? Нет, я не знаю, что со мной, что со мной. Я уж столько белых ягод подвижу. Да. Под музыку. Так, еще смыли за собой. Зато, Евген, удобрения будут. Да, гладим присосов. Гладим присосов. Так, Евген, мы больше ничего не можем закидывать, да? Все. Мы можем порох покрафтить. Золотого. И вот так все золото, конечно. Да, так, как копить. Просто не надо ко мне лезть. Сейчас меня сушняк накроет. Да, пока ты можешь жить. А, Киви пишет, сегодня не играла вообще. А то есть ты решил нас не предавать. Молодец. Ты типа не предатель. Ты не изменил императору. Нет, она в Дискорде пишет, ее, видимо, на стриме нет.
Давайте заценим, что же нам дали волшебного такого следующего уровня. Все, ребят, кислородный баллон, маска для плавания, ласты, штаны для плавания. Все, мы можем плавать в нашей луже. Я двигаюсь без повода туда. Есть идея. Самый лучший подарок на этой карте. Ну, самый лучший. В Арк играть на Новый год — это традиция. А так мы играем другие игры. Нетрадиционные. Повода не надо, и на мне грозит арест. Двигаюсь без повода. Эти песос одновременно не два, они вроде не ставят. Да? А, кстати, да. Правильно. Евген, ты мне тоже разукрась как-нибудь поклёвывай. Я не умею. А как ты себя разукрасил? Я разукрасил. С помощью магии админа. Нет, берёшь кисточку и херачишь. Ну вот. Рассказывай как-нибудь императора. Да, например, смотри, на спине нарисуем. Швастику херануть. Нет. Нарисуем на спине писюн. Огромный, мясистый, с золотыми яйцами. Нарисуй мне Настю. Накали мне Настю на груди. Накали мне Настю на груди. Накали. Ну, такой вот воровская песенка. Так. Что-то вампир же решил побомбить. Асса. Единственное, что я надеюсь, что мы успеем еще уровень мне поднять, у нас будет и промышленная печь, и химический стол. Не, печь-то у нас промышленная и так. Ну, она на 80. Да. Она есть. Мы ее подняли уже. А зачем я ее учу? Не, вообще тут другие не учу. Нормально, кстати, четверть левел еще уже поднялся. А, ты уже 81-й, да? До 82-го осталось вот 3-4 уровня. А, ну, в принципе, способ хороший. Можно вот таким вот ступку еще один ряд такой вот сделать. Длину. Здесь вот забить наркоту и поднимать еще раз. Ну, чем дальше, тем хуже там будет. Но вот этот прикол с поеданием белых ягод и обсиранием толчки для дополнительных стол забавно. Проходят дни, проходят ночи. Так, а может я захотел посрать, нет? Давай попробуем. Наверное, мы с тобой. Нет, я пока не готов. Ты можешь, короче, тоже белых ягод бафнуться. Да и срать. Ну вот это мне больше не будет. Нет. Почему у меня 75-й только? Так, давайте посмотрим, что еще мы можем выучить. Вот, кстати, что нам очень нужно для того, чтобы переплывать нашу речку — деревянный плот. Моторочка попозже у нас будет. Кисточки, что? Ну, на всякий случай выучить. Я поинт особо тратить не буду. У них пища-то. Седло — платформа для парацера, вот. 24-м ловили. Так круто наблюдать, как дяденьки играют в Арк под песенки. Конечно. Дяденьки по 30 с лишним лет играют в Арк под песенки. Да, это лучшее, что могу с вами случиться сегодня. Наблюдать, как дяденьки играют в Арк под песенки.
Она ведь на троих получается больше сотни уже, ёлки-палки. Да-да-да, мы, короче, один дед. Один такой хороший дед. Один хороший, но такой дед. Красиво. Что-то я прям только сейчас до меня это дошло. Тупо дед. Вован, протыкай на порох еще. Протыкаю. Это больше вроде нечего крафтить. По идее, знаешь, еще, Евген, мы не сделали сейчас. Мы еще не это самое, не закрафтили 100 седел для титанозавра. Mm-hmm. Mm-hmm. Так, может посрать попробовать? От чего это зависит? Непонятно, я пока короче, не хочу. Короче, я тебе объясню, как эта механика работает. Стамина, по идее. Зависит от стамины. Но я хотел сказать, наличие говна в организме, но вариант Евгена тоже Когда стукнет 60, вы не заигрываетесь, а то Рекс напугает, сердце остановится. Да мы ведь, видишь, как раз тренируемся, чтобы все было нормально и в 60. Мы же готовимся заранее. Так, эти поглажены. Все, продолжаем. Так, теперь протыкать порох еще. Тут по этой стороне порох, ну, посмотри. Ну да, тут у меня уже скоро даже уровень отнесся. У меня половина, чуть меньше половины где-то было. Ну да, сейчас почти левел будет фуловый. Там уже все по идее. Туру-туру-туру-туру-туру. Что-то медленно будем крафтиться. Конечно, дихим стол с вами. Половина уровня еще есть. Уже. Сраный химстол. Пол уровня. Так, обезвоживание. Быстренько хавать воду. Из туалета хлебни. Там вода есть. Там вся вода в удобрениях. Хотя, если я ничего не путаю, эти удобрения вообще-то, по-моему, можно есть. Но мы не будем так делать. Хавать говно? Хавать говно, да. И пить санину? Интересно, там мой тушканчик апается вообще вместе со мной. Да, кстати, апается. Три левела поднял, зараза такая. Mm-hmm. Давай, давай, хоть мурчать. Во, уже больше половины левела. Ну ты прям нормально бахнулся. Ну, 2.5 левела, как я предсказывал, оно будет. Сейчас вот все кончится. Может быть, прям вот, ну, не думаю, что мы апнем этот уровень, к сожалению. Придется повторять это на днях еще раз. Но повторять надо, потому что химстол. Да завтра аргентов пойдем приручать, там параллельно грохнем кого-нибудь. Угу. Да, прям. Что сегодня уже аргентов. Сегодня вообще был план на аргентов. Сраные ягоды так долго формятся, что капец. В крайнем случае, пойду на мегатерии на червяка тогда еще. Так там же самому его или как там с механиком работает? Надо самому работать, да, его. Ну, он там, у кого он кровавый будет, я в него там из дробаша постреляю, потому что у меня один хрен мегатерий танкует его. И все, и зафармлю себе. Так, сраный баф закончился. Пора снова его обновлять. Мы делаем тем, что ласкаем песосов и бегаем срать, ну там типа бафы. Вы не видите, что ли, мы прокачиваемся? В любую качалку зайти, там то же самое происходит. Мы сливаем, да. Вот, в любой качалке люди срут и ласкают песосы, они же... Нажми на кап, покажи, зрителям, какая у тебя просуха, вот мы накачиваем мышцы сейчас. Сейчас вот я даже покажу, вот если сниму кофту, вот я тоже накачанный стою. Приходишь в любой зал, там все ласкают песосы и срут. Да, точно. Вот видите, я тоже накачал. Вот, как я прокачался. Хорош. Вот эти кубики, это... Еще это борода у тебя мужественная. Да. Борода она добавляет +5 мужественности. Только Евген что-то ничего не прокачал, сиськи у него больше не стали.
Стали. Они были на 1 миллиметр меньше до прокачки. Сейчас стали больше. Ладно. Видите, мы тут запустили крафт промышленной наркоты. Мы качаемся. Варим мед, ребят. Соревнуемся. Да. Не знаю, я в качалке, делают ли так тоже, но то, что срут и ласкают песосы, это по-любому. И балуются наркоту. Да, наркоту я там... Давайте, ребят, бёрби. Хлоп. Присед. Качаем пресс. Хлоп, бёрби. 5 подходов по 10 раз. Да, бёрби с прыжков делается. Вот раз. А сейчас... Оп, бёрби, есть. Ты даже вон с этим, видишь, с утяжелением делаешь. Да, с утяжелением, вот, с утяжелением, да, делаем. Как раз, хоп, бёрби, ещё бёрби. Хоп. Тебе ещё надо на барабанах стучать, чтобы это под музыку все это было. А, Валера? А, барабан-то убрали, что ли, у нас? Барабаны на другом этаже просто. Я экспу. Просру. Да экспа на втором тоже ловится. Так, Вован опять дверь закрыл. Ну зачем? Ты что, какой воспитанный, Вован? Там просто перс делает очень неприличный жест, когда срет. А я не хочу срать. О, ребятки, осталась последняя треть уровня. Прям практически все. Давай. Этот спарк протыкай. Угу. Мы с пацанами все используем, чтобы прокачаться. Даже спарк. Максимум этот самый. Максимум прокачки. Как это называется слово-то на инглише? Не профита. Как максимум это? Профита. В общем. Тут еще во второй вон наркоту протыкал. То вот тут накидали, черти что. Небалансно теперь все разговаривается. Так, протыкал. Небалансно. Так, и здесь протыкаем. Спарка. Так, где еще можно? Тут вот можно спарка. Может и поднимем, пацаны. Я уже начинаю думать, что может быть и апнем. С бафом-то от сранья, естественно. Все, Евген, открываем еще один огород. У нас столько сейчас удобрений будет. Протыкай. Это все протыкал? Протыкал. А, ну вот еще наркоту протыкаю. Которую... Ну я там, да, перебалансил. Угу. Не пропорция. Да, наркоты совсем мало осталось для крафтиться. Там все на порохе. Ну, на ведь 82 у нас цель была, да? Да. Да. Ну, вот он сейчас почти есть. Так. Теперь... После этого собираем ингредиенты. Печь. У нас только в металле вопрос, а вот на плавилку все остальное есть. Да плавилка там, она не супер срочная там. Не, ну как сказать. Ну, знаешь, ее, да. Ты, кстати, можешь сейчас еще и седло для Саши скрафтить. Это что за хер? А вот это, кстати, Валер, что случилось? Что случилось? Там какой-то Валерыч, ты зачем вышел? Я вышел закрыть дверь, здесь вот, оказывается быстро. Там драка какая-то происходит. Я про это и говорю, что там Диадон. А он меня выкинул за дверь, прикинь. Вот пес. Ну заходи, сейчас я выпускал. В смысле бык? Я когда ягоды Вована фармил, я так торопился, что не закрыл дверь. Долго он хилиться там собирается? А сейчас, на глазах почтенной публики, я крафчу седло на Сашу. Саша. Хлобысь! Оно готово, можете сгодиться. Так, все. Можешь еще крафтить что-нибудь? Не знаю, что-то, может, стрелы, патроны? Ну да, что-нибудь типа того. Вот стрелы могу, кстати, крафтить. Так, седло на Сашу, а где оно? Я взял. А, ты взял? Ты что, первый пошел Сашу оседлывать? Да. Этот вот Евген. Саша вот.
Как ее зовут, Саш? Серая. Нет, как ее зовут? Ютиранус. Ютиранус. Саша и Ютиранус. Мы ее уже дня 4, наверное, пытаемся оседлать. И вот вы забрали седло, да? Да, всё. А он уже все с ней сделал, первый. Это Евген, это, конечно. Да, да, да. Тут надо знать Евгена. Валер, чтобы мы успели все-таки это сделать, все, принеси мне белых ягод еще, пожалуйста. Все, я на Сашу покатался по следующему. Да, она может принять себя много. Евген, принеси тогда ягод, потому что я посрал. Да, белых ягод, ребят, да, надо. Там да кенгуя прям закончится, наверное, за секунду. Ну, мы Сашу часа полтора, наверное, приручали. Тут роляет, как бы успеем, не успеем, чтобы баф постоянно держался. Я там стрелы еще крафчу. В пустыне, блин, там столько сока этого выпили, чтобы это самое не офигевать приручить от жары. В палатке прятались. Там сидели был экшен. Ей еще по роже там дали. У нас 10 левелов слетело с приручения. Но мы все равно дождались, мы все равно приручили ее. Да, это было клево. Это было на самом деле очень клево. Потом мы такие все лежим втроем, там Саша тут лежит, мы с Валерой лежим рядом, кидышим на узкие, она такая, ребят, это было круто, это было очень крутое приручение. Давайте повторим, как тебе все-таки, да, но лучше не повторять это. Ну, вот так вот все. Примерно так оно и было. Да, это было. Это если только на запись. Блин, сейчас искать, еще наркоягод, только... вот еще наркоягод. Это когда это было? Ну, да, наверное, 4 то они назад. Закинем, потом уже завязаем. Так, надо еще так. Наркоягод, ребят. Забей, Вован, нету наркоягод. Чуть-чуть осталось до уровня, прям чуть-чуть. До какого уровня? До 82-го. По 82-го, так. Не дай лап, на прям... тебе белые, на тебе белые. Угу. Угу. А, ну крафтится, да. Ждем. Крафтится, крафтится, ля-ля-ля. Асу Лер Гейм Ченел. Новый фолловер. Здравствуй. Прум. Бам. Здорово. Так, серый, нефть, здорово. Капус. Крутится, вертится над головой. А как долго ты привыкал к управлению? Да я до сих пор не привык. Мне пришлось две кнопки на мышку биндить. Потому что они слишком далеко. А перебинживать какие-то на другие кнопки клавы там тоже уже все занято. Ну а так вообще нормально привыкается, что тут. Такой же, как обычно, что-то прыжок вперед-назад. Это вот все вот эти вот горячие кнопки. Вот это вот Е, О, Т. Какие-то там еще есть. Но они тупо далеко. Поэтому неудобно. По ушам ездить, а где у нас гель там, чтобы типа. Ну тут все уже перебинжено. Shift, Ctrl, пробелы. 1, 2, 3. Z, X, C, там все вот это E, R, T. Пипец, столько всяких кнопок. Ну вот оно тут. Тут.
Тут я еще свисты не биндил. Тут еще целая куча этих свистов. Тут зеленый некронский свет мне прям нравится. Он все равно светит. Откуда он светит? Так, а так, если закроем. Откуда он светит тогда? Собелист откуда? Не, я просто все закрыл. Да он сквозь все. Сквозь все? Обелиск, да, херачит нам. Евгений же сказал, что он будет нам мешать делать освещение природное. И он реально мешает. Не, оно, в принципе, вначале это нормально, когда у тебя нет электричества, ни хрена, тебе все освещается. 227 тысяч экспы из 232. У меня уже. Зеленый обелиск, топчик. То есть осталась последняя 1/5. Линейки. Ну, это уже тогда там завтра. Я говорю, аргентов пойдем приручать завтра. Да, да. С парой там куча народа завалим параллельно. Так, ну давайте дождемся окончания крафта. Наверное, ну в принципе уже сейчас, наверное, можно идти спать. Экспа пока еще идет. На альт. Ну, а что можно на альт забиндить? У вас что-нибудь на альт забинжено? Нет. Ну удар рукой. Удар рукой. А мышкой ты как тогда? Так же. У тебя и на мышку, и на альт удар рукой? Ну, на альт это одно из, ну, типа, стандартное управление. Угу. Надо подумать. Надо подумать. Надо подумать. Тут он средний еще пару. Наркоты, но это тут уже смешно. Просто чтоб ягоды не портились. Да-да, крафтим. Мясо еще немножко осталось на завтра. Сейчас есть пару секунд, вы можете меня посозерцать без шапки, наконец. Какой Иван красивый. Пару секунд закончится, я снова брутален, как байкер. Один из твоих друзей очень громкий, микрофон у него фонит. Это, видимо, Евген. Это скорее я. Нет, я. Вот это вот Вован, который прокачиваемся, прыгает. Прокачиваемся. А вот это вот Евген, который тянка. Вот. Который не тянка, но... Который не тянка, но который играет за тянку. Шо? Тихо-тихо. Сейчас. Вован часы так, здесь за полночь так. Тык. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Бом! Речь президента. Так, ползаем зигзагами. Да нас никто не зарейдит, мы тут втроем играем. Там же в описании написано, что... Ну, возможно, если сервер. Наш четвертый Киев устанет от нашего нубства, она нас зарейдит в Солянова. Во-вторых, так как сервер нас, даже пусть зарейдят, у нас есть БК. Да.
Да, тут. У нас есть бэкап и волшебные. Короче, мы знаем админ этого. Мы знаем админ этого сервака. Да, если что, он придет тут в инвизе со стаями титанозавров и всем настанет писос. Всем настанет. Всем. Кстати, насчет писоса. Приласкать. Максим вас зарейдит тушканчик. Не, нас, кстати, тут Виверна вчера есть. Да, нас тут вчера Виверна рейдила. Посетила. Только мы собрались в эту самую, в кейв, и здесь Виверна. Доспавнилась сколько хера. 10 дней не спавнилось, и вот вдруг на тебе. Не, я говорю, вот со стороны, да, там синий или какой-то обелиск, но вот на зеленый смотрите, вот в том же направлении, вот отсюда. Прям пипец, рядом еще одна была. Так это, а чем нам ее приручать? Нас там половина отряда не было. Мы в пещеру потому что пошли. А те, кто были, они были без всего. Там было не до этого. Все оружие, всю фигню с собой забрали. Кто-нибудь свет может дать, потому что я не могу. Зачем? Тебе что, не нравится зеленый? Нет, нет, нет. Просто вы не видите, с чем я стою в темноте. Я вижу, с чем ты стоишь. И это не смешно. Ты... А если вы... Ты стоишь с этой... Так я вижу, что ты с ним стоишь. Очень хорошо вижу. Кому лицом затыкать? Я не могу одновременно факел или леденец держать. Ну, скинь мне факел. Это я тоже не могу сделать. Вот этот вот Вован. Да. Ну, что там, сколько еще по крафту? Здесь вот можно... По 100 пороха запускать, я смотрю, в каждой. Запускаем тогда. Запускаем тогда. Поехали. Поехали. Киви еще хуже нас это самое предала, короче. Так. Она ну, сегодня не играет. У нее сегодня хорошее настроение. Ей там делать не нечего. И она болтает с одним хорошим человеком. Нормально? Хэштег помирилась с бывшим. Нет, вроде бы не с этим. Ну, с одним из бывших. В общем... Предательство. Все, бан ей давай, Евген, бан. Да. Короче, ну, как минимум, давайте в наказание запрем ее спящее тело в металлической комнате один на один без дверей. В обсидиановой. Это если бы в Майнкрафте мы были. Да. Так как мы не в Майнкрафте, то в металлической. Ой... Это вот киви, конечно. Предательство. Я даже возьму леденец в руку в знак протеста. Да. И стукни ее им. Вот, да, представляешь, что ты стукаешь. Давай. Да. Так вот. Кулак чищен. Так нельзя, вот так можно. Да. Ох уж это киви. Болтает она там непонятно с кем. И такая придет, скажет, все, пошли в пещеру, вы все сделали, и пускай сама теперь фармит. Свой, короче, в фулл сет, там то да сё. Ну, мы можем ее в пещеру одну, а там все, один фиг она в пещере бегает без нас. Мы идем, она такая впереди, тут на 10 километров впереди. Ну и вот. Там едят. Ну, мы просто ее отпустим. Поставь везде пароли. Да. И все.
Или тут пароль на, ну, на трайп сразу ставится? По-моему, там как-то можно повышать и понижать человека до админа трайба или что-то такое. Тут есть такая система. Ну да. Тут можно разные уровни прав выдавать. Вон пишут, что мы справедливы. Конечно, справедливы. Каких тут, тут какой кто-то молодец, что пишет, что мы справедливы. Естественно, да, мы справедливы. Мы не можем быть никакими другими. 10 дней она с нами играла, а сегодня ведь она болтает с каким-то... Она болтает с каким-то... человеком. Просто взяла и предала нас, вот просто вот так вот. Конечно. Мы крафтили одежду, она взяла и предала. Да. Вот так вот бывает, ребят. Мы так водили так ее по данжам, давали ей динозавров. Да. Бабы. Бабы, да, они вот такие. Вот так вот. Не верьте бабам никогда. Только мужики, только песосы. Вот мы сделаем комнату и запрем ее. Ну, типа такой карцер. Там, естественно, окна там нужно сделать в этом карцере. Протест, 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 презираем баб. Бунт. Бунт. Бу... Где это? Бунд. И где эти сморки? Блин, народ, не знаю, я остался вот прям кусочек экспы. У меня 228 тысяч из 232, то есть 4... Осталось вот. Но, блин, что-то не знаю. Ну, идет нормальный экспа, но не сильно быстро. Мы можем, в принципе, это сделать сейчас дроп, и завтра уже дофармить на чем-нибудь. Да, завтра. Там на пиццах. Да, ну, просто там уже убьем кого-нибудь. Кого мы да. Прямо мы будем приручать аргентов завтра. Там все поубиваем, да, параллельно. Да, всех затамим. Наркоты до жопы, теперь можно полкарты приручить. Угу. Так что я предлагаю сейчас отправляться спатеньки в нашу новую спальню, Евген нам сделал. Да, а баба пускай спит в этой самой... В сарае. В сарае, в старом. В сарае одна. А мы тут с этим, с гелем там обмажемся. Ты покажи зрителям, где она спит, потому что они же не видели. Да, показываю, где спит баба. Баба предатель. Вот она спит одна. Вот, вот вы видите, голая. Мы даже сейчас... Вот. Как хотел император. Все. Все, мы ее запираем. Но на... это за предательство. На самом деле мы к ней хорошо относились. Пока вот она не пошла слов. Болтать хер знает с кем. Да, да. Запирайте дверь и все, идем спать. Все. Так, надо попить еще. Теперь у нас есть Саша, зачем нам бабы? Причем Саша, она дает нам на себе кататься. Все, вот так вот взял и все. Все. Так, все двери заперли, Евген все еще в ступки втыкает. Я что-то тут разгребаю все это. Так, открыть, закрыть. Все. Где наш гель? Мы должны обмазаться гелем для бритья, как настоящие мужики. Создать атмосферу мужской дружбы. Возможно, даже гачи включить. И все, и пойти спать. Так, ну все, давайте укладываться. Все. Так, тушканчик, охраняй нас. Все. Новая фотка, как мы спим только-только втроем, короче. Да. Все. Супер фотка, спим втроем. Че, ты как главный стример, давай отправляй всех спать. Всех зрителей. Все, отправляю всех спать. Пока. Всем спокойной ночи. Да. Спокойной.